Алло. Алло. Алло, готов? Я запущен уже, да, а ты? Да, запустил тоже. Так, теперь мы проверим, чтобы это все было в правильном порядке. А у тебя, кстати, по-моему, стрим такое ощущение, что ты не выключался. Наверное. Ну, я надеюсь. А ты, кстати, по-моему... Сейчас ты главный посмотри. Да-да-да-да, наверное, это твой. Ну, скорее всего, потому что мой смотрел меньше. Ладно, это я сейчас позакрываю все лишнее. Запускаем игру. Ты уже? Да, у нас The Devon Triptide, вторая серия прохождения. Окей, сейчас, погоди, я же тоже хочу. Я, кстати, хочу сейчас попробовать разрешение поставить повыше. Смотрим, как игра будет себя вести. Здесь вырубаем, наверное. Музыку мы вырубаем. Сообщение мы удаляем. А, я забыл очень важный момент сделать счет. Ладно, поехали. Строить устройство воспроизведения по умолчанию. Не ту карту звуковуху. Игра запущена, и мы сейчас... Нет, обновления мы ставить не будем. Раз. Настройки... Чё там, видео, да? Попробуем 1600 на 900, это же тоже... Ну, у тебя в окно, по идее, в теории не влезет, если... В смысле не влезет? В какое окно? Я меня хочу... только из левой колонки слышно, чёрт. Ну, видишь, 1600 на 900 при фуллскрине иногда оно не все влезает. Серьезно? Да. Сейчас протестим. Мне сейчас придется... Блин, я забыл, почему я перестал стримить отчасти, потому что... Надоедает проблема с картинками и с прочим. Нет, потому что мне из-за стереомикрофона приходится его в моно с помощью программы переводить. Я про это совершенно забыл. Так, аудиорепитер мне нужен. Ну что, всем еще раз добрый вечер, друзья. У нас сегодня Dead Island Riptide. После того, как мы эпично затерпели в Варкрафте, будем стараться терпеть еще больше в этой игре. Так, ты готов уже? Алло? Да, готов. Сейчас я тогда тоже быстренько сделаю все. Да что такое? Ну что ты готовишься к запуску? Запускайся уже. Блин, так, я сейчас проверю себя, сори. Ну, у меня игра не запускается, короче. О, да ладно, не может быть. А, закрыть программу, ожидание отклика. Да, у меня игра виснет. Я знал, что 1 мая никто не хочет работать, не только люди, но и программа тоже. Так, у меня все работает, отлично. Поздравляю тебя с этим. Предлагаю сделать торт. Все серьезно у тебя что-то там? Ну да, все. Большой белый экран, загружающаяся мышка. Все как в лучших традициях. Диспетчер задач не открывается. Ну ты, может, много всего понаоткрывал, как вариант. Сейчас он синхронизируется, потом я его открою. Все, еще раз открываем. Смотрим, пробуем. Так, ну что? Да что? Нет, у меня игра то ли в этом разрешении не запускается, я не знаю. Ну, поставь, значит, другое. Просто мне не понравилась графа на старом разрешении. И вообще. Ты говоришь, что я еще перфекционист? Нет, ну она реально вся размытая и тупая была. Я смотрел там от других товарищей. Ну, хотел по картинке просто посмотреть. Что значит смотрел от других? Смотрел другие записи по прохождению игры от других людей.
на YouTube. Ну, может быть, они стримят Full HD? Я не знаю, в чем они стримят, но у них классная картинка была. У меня была бы тоже класс. Нет, 720 у них максимальное разрешение. Нет, это YouTube, потому что... А, 720, но да. Они могли записать 1080... То есть игра у них была 1080, но когда она ресайзится за 720, все равно качество будет лучше. ВСП, вот тебе нужно придумать все что угодно, лишь бы, не, лишь бы моя, я моя версия. Я не говорю. Еще раз, говорю, они записывали, они есть. Играли в обычном, только у них просто в игре было нормальное разрешение. Вот и все. Я тебе про это и говорю. Пишется, любую клавишу нажмите для продолжения, ни одна клавиша не нажимается. А у меня такая была работа программы. Да, это она вылетает иногда. Она у меня всегда вылетает, вот она у меня сейчас вылетает постоянно. Ну, ты подожди, то есть выйди, подожди, сразу не запускай, и потом, то есть запусти через Steam. Я могу Steam закрыть, наверное, сейчас еще раз открыть его. Дополнительно интересно, что... Журнал доктора Кеслера. Ты не лазил туда? Нет, я во врачебные. Хорошо, я пока посчитаю журнал доктора Кеслера. Зараженный. Скорость. Очень быстрый. Особое умение. Выполняет серии смертоносных атак. Быстро восстанавливает равновесие. Слабости. Легко отбросить или сбить с ног. Уровень опасности. 2 черепка из 3. Вот так вот. Ходок. Скорость медленный. Ходок. Все? Что? Ну, у тебя пошло вроде, заставка пошла. Да, заставка идет, но мне кажется, сейчас опять будет та же история. Да, нет, да, да, нет. Да, нет, да, 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 нет, да. Ну, сейчас графа получше, наверное, сейчас посмотрю по настройкам. 1600 на 900, да. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Если будут проблемы, то игра свернулась, все, да, все видно, отлично. Отлично, ребят, ну, поехали. Продолжить, да, можно? Вот сейчас очень важный момент. Будет ли у вас фризить и будет ли у меня игра тормозить? Потому что, ну, вполне возможно, что будет. Возможно, у меня от моего стрима... А, нет, у меня стрим нормально идет. Должен идти, по крайней мере. У меня потери нет никаких. Так, ну я вроде загрузился и вроде в нормальном месте. Погоди меня секунду. Мне нравится, когда я стримлю. От меня картинки, короче, нет почему-то. У меня какой-то чувак в синей кепке жрет труп. Может быть, это ты? Нет, это не я. Я отрубил ему руку на всякий случай. Ну, короче, ребята, я не буду тогда сейчас стрим делать. Я не хочу сейчас долго сейчас настраивать, что это все делать. Нафига мне это надо. Правильно же говорю? Угу. Не знаю. Ты прав. Всегда, ты всегда прав. Это я лошара. Есть от меня картинка, у меня нет от меня картинки никакой. То есть только оверлей стоит какой-то и все. Друзья, от меня картинка нормальная, сейчас скажите, вам больше? От тебя нормальная, я смотрел. Ты пока в игре не появился, а я качаю. Экспу себя. Да, давай. Не отказывай себе ни в чем. Да что так? Вот я сегодня вкраблю не только в Варкрафте. Нормально. Вот, я говорю, нет картинки, только заставка, все, и останавливает себя к черту. Сейчас я не хочу разбираться, я просто... К черту останавливаешь? Да, даже так. Кто-то просил просто, чтобы я сделал TSC-трансляцию, но коли такая ерунда, я еще буду маяться. Так, сейчас я, пожалуй, еще немножечко сделаю поменьше чувствительность. Чтобы я это делаю исключительно для вас, друзья, чтобы у вас не дергалось изображение. Но я все равно буду его дергать. Вы, конечно, не сомневайтесь в этом, но буду стараться. БСП, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Какие у нас истории? Значит, у нас сейчас... Давай мы сейчас... Так, слушаю тебя. Основная линия, следователи, направляйтесь в деревню Халай. Да, я предлагаю все вторики сейчас поделать на карте, все, что есть, чтобы потом основную линию нормально продолжить. Для команды все собрать и для... Ну и все вторики. Давай. Смотри, у нас там есть еще задание. А, мы не в этой локации. У нас там еще был один восклицательный знак. Еще один дающий задание. Ну, поехали в наш лагерь. Странно, я смотрю... А, нет, все нормально, давай. Помчали в наш лагерь, и там... Сейчас я поговорю с тетей Мотей. Тетя Мотя! Ну, ты... Ты что, не знаешь, что дамам поедем, надо уступать вообще, не? Не слышал о таком? Нет. Кто тебе не говорил?
невоспитанный австралийский смужлан. Это я тебе говорю, да-да, ты. Скажи, куда ехать. В кепке. Так, а ты предпочитаешь на лодках или... Нет, я предпочитаю на машине. Я наша лодочный трип до сих пор не забуду. Ну, по дороге, назад, там, я не знаю. Да? Нам нужно в рай же, да? В райские кущи, мущи. Ну ты введи, ты как так. И все, прям по дороге, скажи, по дороге. Какое дуй. Задание у тебя, скажи? Задание у меня. Исследователи. Исследователи, да. Ну, по основной линии. Мы сейчас возвращаемся в деревню Халай. Ну, ладно, это то есть в наши райские кущи, да? Опас не рисуется почему-то. То есть я еду просто по главной дороге, но. Когда стариков хочет... у нас нет вообще. Да, езжай по главной дороге, там... Ну, мы тут были уже, да. Ну, были. Нормально, да. Ты едешь, никуда не сворачивай, просто по главной при... Нам нужно через... Нет, ты свернул назад. Понял, сори. Это причал Марика. Да, ребят, мародера, я опробил свой... И еще раз не туда свернул. Вот те направо. Да, и вот сейчас прямо. Yes, my lord. Бзейн! Ну ладно. Да-да. А лишних вопросов задавать налево, направо, налево. Что-то ты уехал у меня за край локации. Как-то? Не знаю. А, нет, нормально. Не, прямо, наоборот, направо. Направо и езжай, да. Езжай. Просто ее можно приближать, оказывается. Выхай. Вообще, у нас, смотри, у нас есть флажок, но мы едем в райские кущи сейчас, а не в деревню Халай. То есть я туда еду, да? Да, ты правильно едешь. Там еще мы к себе едем обратно. Да, мы к себе, мы сейчас возьмем все вторики, посмотрим. Так, разве нам для этого обязательно туда возвращаться? Да, но у нас, во-первых, в команде есть задание. Да, я про это и хотел тебя уточнить. Да, вот мы сейчас едем пообщаться с командой. А почему у меня не переключается на другую локацию? Приехали. Не переключается на другую локацию. Предлагаю тебе выходить из машины. Блин, меня сейчас забреют. Прямо сейчас меня забреют. Тихо, не кричите, тетя. А, БСП, я валю. Оп. Куда ты побежал? Я оставил тебя умирать. Да у меня мало хп. Ты не в ту сторону побежал. Беги обратно. А, у меня выносливости нет. БСП нет. Я спасу тебя. Аптеки нет, выносливости нет. Молодец. Эффектно. Так, дай-ка я с этим дурачком поговорю. Эй, слышь, ты машешь на меня. Вот так вот. Слушай, ты их многовато, да? Мне нравится этот релиз тем, что их действительно много. Ну, я говорю, они бесконечный спаун им поставили, что они просто прут и прут и прут постоянно. Ладно, валим. А нет, не валим, да? Напоминаю, я орудую сейчас фиолетовым мачете очень крутым. Ой. Подрезал из прыжка. Ой, промазал. Так, у меня, правда, хп 0. Практически. А, нет, все нормально. Подхиляем сейчас. Ты дезиком побрызгался? Жарко все очень. У меня уже круги под мышками. Все равно не понимаю. А, ну у нас только когда мы перепрыгнем, локация поменяется, да? Парадайз. Нет! Видел? Нет, не видел. Давай так, сейчас мы поймем вообще, вот у нас, например, белый флажок, что он, точка назначения. Вот, значит, появился белый флажок, значит, соответственно... Можно что-то сдать, да. Скорее всего, это консервы какие-нибудь. Let's open this up. Я думаю, что... Ну да, это дура, консервы хочет точно. Это Марджан же. А, я застрял. Я сдал ей немножко консерв. Вообще, на самом деле... Okay. Ой, мне левелап дали. Нормально. Клево тебе. Какой ты левел? Да, уже? Я такой. 24-й. Восстановление 20% по окончанию. А ты? 48-й? Я им был. Все просто. По окончании действия ярости. Ладно, мы давайте сделаем. Ты будешь качать, наверное, свой. Так, криты. Действие открытой раны. Нет, наверное, криты будем раскачивать. Потому что мы здесь стекаем вот с этим скиллом. При критических ударах возрастает прирост гнева. То есть мы сейчас накачаем критов и будем постоянно в гневе. Ой. Практически как я. Бонич, у меня повисла игра. Sorry. У меня все норм пока. Нет, у меня просто фриз. Такой. И все. Я повис. У меня вроде ничего пока.
Крайне Хватит. Нежелательное событие. Расторгуемся. Нож у нас 25-го левела, я 24-го. Зеленый нож, 300 бачей он за него хочет. Ладно, пока поносим с собой. Так, у меня runtime error. Ну, известный баг, к сожалению. Вообще у рептайда много багов, я погуглил. Да? Неприятных, ну. Хорошо, что ты хост. Толкаем. А я хост, да? Да. Толкаем все, что плохо лежит, кроме гвоздодера, пожалуй. Что там хотели эти пацаны? Может быть, мы сможем в магазине купить? Нет, это было бы странно, если бы можно в магазине купить все, что нужно пацанам, иначе в чем смысл квест? Сходить в магазин, который рядом с ними купить, у них? Наконец-то я гвоздодер свой зарядил, а то у меня... И что, а боеприпасы для гвоздодера я купил, и где они? Что-то я не... Почему у меня один гвоздь, если у меня есть боеприпасы для гвоздодера, БСП? Как ты думаешь? Если я купил их в магазе. Интересный вопрос. Смотри, вот я покупаю, я еще раз, мне не жалко, у меня 5400. Мне говорят, что ты купил один гвоздь. А что, один гвоздь 356 баксов стоит? Что за бред? Ну, вполне возможно. А, может, я для гвозди пистолета купил? Нет, реально два гвоздя. Три гвоздя. Что за лол? Ну, всё, это просто... я пришел к тебе. Ага, вот, мы сдаем. Что вы до сих пор тут делаете? Вам пора отправляться в деревню, говорит нам. Слушай, я ее возьму это себе. А что мы сдали-то? Что мы в итоге выполнили? Жесткую дубинку. Куда-нибудь сюда поставлю ее. Что мы выполнили, ты не знаешь? Какое задание? Мы лодку, помнишь, нашли вчера? Вот это... дубинка нормальная. В крикет такой удобно играть. Очень жестко. Махни, как ты будешь смотреть. Это знаешь, на ярмарках, когда силу проверяют? Да, да. Махни. Так, стоп, я стрим отрубаю. Это знаешь, на ярмарках, когда силу проверяют? В смысле стрим отрубаешь? Ну, в смысле у себя, потому что он опять начал запускаться сам собой. Тоже странная вещь, неизвестная мне. Какой-то баг. А у меня твой стрим фразанулся после слов. Я свой стрим отрубаю. Опа, а вот и быстрый переход. Ты где? Смотри, тут быстрый переход. Сейчас, погоди, я дубинку загрейжу. Это... Вот, это, вроде... вот это, безусловно, приятная вещь. А, требуется ремонт ей. Что там нужно нашим товарищам из команды? Трое часов, 4 порции мяса плавуна Тревору. Шансы с 3 коробки. 3 элемента двигателя. Так я тут сейчас забью пару гвоздей штукой. А, слушай, давай расставим ограду, она что-то стоит. О, Бонич! Что? Ты видел, что произошло? Что? Ты видишь, где я? Я взял ограду, меня портнуло сюда, что за бред? Ты человек-телепорт, знаешь? В этом? Попробуй возьми где-нибудь лежащую ограду, тебя портнет? Чисто по приколу, мне хочется узнать. Нет, а мне хочется починить свой тесак, во-первых. Во-вторых, узнать, как нам можно этой команде принести то, что они хотят. Вот они... Отбеливателя у меня куча, я прошу называть меня тетей Асей. У меня уже так... Много отбеливателя. Кровопускатель, метательный нож, но 57 левел требует. Тут 63. Я не знаю, а почему такие хай-левельные предметы продаются на нашем уровне? Как-то это не совсем. Ну, так. Чтобы ты пускал слюни, типа покупал их с запасом, а потом оказывалось, что можно купить еще лучше. Такую тему. Большая батарея. Провод. Слушай, мне кажется, флажок появился бы автоматически, да, если бы у нас появилось... У меня есть еще белый флажок, кстати, а где? Почему-то вот здесь вот. Ну, у этой... Это консерва, что ли? Да. В общем-то, хватит поставлять ей консервы. Мы... Хорошо. Это не гуманитарная помощь. Это регулярное задание просто. Давай все-таки пойдем на исследование. То есть исследователя, которое поставил туда. Пойдем. Куда? В деревню? Да, поставь туда. Основная линия. Сейчас. Серп. Так, у меня мачете модернизировано, а серп нет. Создать.
Мод гвоздь. Можно с дубинкой замутить, но у меня, поскольку я эксперт по режущему, то это как-то глупо. Исследователь, да? Ну, помчали, да. Потому что что нам надо сделать, кстати? Направляйтесь в деревню Халай. Пойдем направимся в деревню Халай. Махалай. Халай, Махалай, там. Да. Мэр Ляськи Масяськин. Может, на лодочке, нет? Ага, она где? Романтика и все такое. Я не вижу лодки. Она под нами. На машине быстрее будет, поверь. Что он размахался? Вот что на меня машет? Отрублю-ка я ему руки, а лучше голову. Молодец. Садись быстрее. А уже все, уже поздно. Садись быстрее. Ну. Давай, давай. Нет, ну я... Нет, дави, дави. Ты можешь сесть просто? Я стараюсь. Так быстрее бы. Вы карету неправильно подаете, барыня. Все будет хорошо, не переживай. Так, главное, чтобы я туда ехал. Да, ты едешь туда. Мы едем в деревню Халай. И надо смотреть еще красные эти, не красные, а восклицательные знаки на карте. Кстати, а да, это Чимаманда со своими консьерами уже достала. Угу. Правильно, едешь. Знаков восклицательных нет, к сожалению. Заданий ни у кого нет. Вот сейчас надо как-то нам направо уходить, потому что красный флажок ведет нас... таскает машину по песку. Ведет нас в... А! Короче, выходи. Дарины. В смысле? Все правильно? Ну, на машине мы туда не доедем. Разве? Мы же там были только что, нет? А, вот так по дороге. А, так можно, да, направо. А. Да-да. Туда, Эммануэль. Прям нам вниз надо было, прям, да? Вообще вниз-вниз. Ниже некуда. Давай попробуем. Они, вот видишь, написано, они, то есть, если в предыдущей игре можно было спокойно с обрыва съезжать, они, не знаю почему, понаставили бы на этих ограждений ненужных. Это от таких, как ты, они посмотрели наши стримы и поняли, что это от этого чита нужно избавляться. Я выхожу из машины. Ладно, выходим. Ты можешь хорошо сколько угодно таранить щит с надписью. Но... Смотри, что... А! Я даже перепрыгну. Ты видишь, что с машиной происходит? Ну, вот. Довел машину до оргазма. Я даже не могу перепрыгнуть. Это я умею. Через... Мэн, я не могу даже перепрыгнуть через этот забор. Опа, тут тусовочка. Перепрыгнул вроде, нет? Ах ты. Одного с ног. Эту порезали. Ух ты. Жестко. Какой-то они багнутые какие-то. Ну, пойдем. А, это самая деревня, где ты нашел лодку, да? Нет, это другая. Извини, они выглядят одинаково. Черт, эти... Справа еда. Ой-ой-ой, вот, вот, смотри, парень у нас, парень жесткий. Сейчас я его смотри с гвоздодера. Что ты? Что ты хочешь? А, я сзади. А я, ребят, пройду сейчас с ребятами в крокет поиграю. Что, не получается у меня играть с ребятами в крокет. Что, блин? У меня постоянно мало хп почему-то. Потому что... А вообще, в какой мы части света? Что это? Бано, это вообще что? Ой, у меня по географии плохо. Надо. Это Азия, да, все-таки? Нет. Я думаю, нет. Ой, блин, они сели. Ой-ой-ой, вообще. Мы с ним схлестнулись, как на рыцарском турнире. Я отрубил. С две ноги сразу. Лол. Так. С боями, ребята, мы прорываемся к нужному месту. А, да. Постоянно кто-то прессует. Что? Что? Ты сзади, да? И мне... В этот раз мне не страшно, что ты сзади, потому что я играю за персонажа, который не даст себя в обиду. А вот и... наша точка назначения. Ребята улетают в воду по каким-то странным траекториям. Так, ты слышишь звук? Противоречащим законам физики. Ты слышишь звуки? Да, кто-то орёт истошно. Это как будто Hall of the Dead в Варкрафте. Да это, скорее всего, здоровячок наш любимый. Старичок-боровичок. Не, какой-то слишком потусторонний звук. Так, подожди, гранатку туда надо или коктейль Молотова. Вот, ребят, всем огоньку. Прикурите. А теперь мы с вами поиграем. Ты где вообще? Ты зачем туда пошел? Ты упадешь в воду, нет? Или я тебя так отрублю ноги? По очереди, да?
В очередь, сукины дети! Погоди, Бонич. Я нашел имботочку. Рад за тебя, но хоть бы. Что мой коктейль Молотова не зарешал? Молоток надо продать нафиг. Лучше. О, у меня новый левел, неизвестно из-за чего. Кстати, если давай вкачаю взлом второй. Да, ты начинай вкачивать взлом. У меня уже один есть, сейчас второй будет. Вот, блин, странно. В предыдущей игре, в предыдущей части, вот этот удар, напрочь сносил башку. Сейчас этого не происходит. Это очень досадно. Ой. Мы не туда вообще. У меня зависла игра. Аналогично было. У тебя просто фриз тупо? Да, такой фриз жесткий. Ну все, вроде отпустил. Нет, вроде отлагало у тебя. Ты начал крутиться. Мы будем как бы сейчас обследовать это или сразу идем по... Стоп, а у нас там задание от кого-то, да? А, нам вот. Нужно с охранником поговорить. У нас поговорить. По флажку. С охранником поговорить, да, пойдем. Но там, видишь, там всякие руки иногда светятся, может, консервы какие-нибудь еще. Это для чемар-дуни этой. Ну смотри, можно там всякие магниты там еще прочее понаходить здесь. Ну давай. Ну нам наша задача найти же для команды там. Няш всяких. Что у меня вот звуки пропали? У меня звуки из игры пропали, мэн. А... Что делать? Просто свернуть попробовать, может быть. Попробуй. Квадратик жесткий, это, наверное, 720. Надо посмотреть, как на премиуме, ребят. Что происходит? Не, нету. Нету звуков из игры. Кстати, я не попробовал вот эту тему. Но можем как бы... Перезапуститься? Да. Давай, я сейчас тогда выйти. А интересно, игру вообще нужно будет выходить из нее или... Ну, наверное. Меня портнуло... А, нет. А, ну, настройки. Здесь. Управление, видео, игра. Нет, звуки выставлены, естественно. Ну да, придется выходить из игры. Так, ну, поскольку тебя я слышал... Значит, это не с ушами проблема у меня, или не с гарнитурой, а конкретно именно с игрой. Пробуем еще раз. Глава 3 извращенный ум 16%. Если 16% это прогресс по игре, то достаточно как-то быстро получается, по-моему. Вот, звуки пошли. О, что-то сегодня тут все тупит, да, и... Все программы тупо резят и... Ну, не знаю, не все. Продолжить жмем? Скажешь, когда ты будешь готов. Когда у тебя загрузится, в смысле? Загружается. Для глубокого погружения в атмосферу и большей точности атак попробуйте установить аналоговую систему боевого. Что такое аналоговая система боевого? Ну, джойстики, боевого может быть. Какие-нибудь или контроллеры. То есть геймпады. И где мы? И где я? Погоди, где сейчас я присоединюсь. Моц его ять. Я в так... Тихо. Ты все правильно. Мы там, где и были, Бонич. Ты что паникуешь-то? О, погоди, дай кувалду проверю на нем. Давай. Так, на некоторых гуфнуло. От бомбы. А ну-ка, нифига себе. Смотри, как его сносит от кувалды, видел? Вот так вот убивало всех. Ай-яй-яй-яй, вот это сейчас плохо. Валим. Что-то я не расконтролил, пацаны. Надо аптечки покупать, кстати, не жалеться. Эй, аккуратно, сейчас придется гвоздодёром. А сейчас он всех там должен рискнуть. Давай, гуфы его, давай, взрывай его скорее. Ну, блин, он уже отходит от мобов. Не очень действенно. Не очень действенно, я свою мачете потратил. Не, нормально. И тут такой снизу напас. Ребята! Подстава, да? Отрубили ноги. А, здоровячок. А это здоровячок, но сейчас я его тогда снизу. Не, все-таки у меня кувалда не очень. Кувалда, видимо, это... Забрил? Я не вижу. Я просто лужи крови перед глазами наблюдаю. Кувалда не очень. Кувалда, отстой, по ней не попадешь. Ну, нет, ей попадаешь, что нормально, но у меня нету бонусов. Мне левелапчик дали. А левел-то быстро раздают, да? А ну, нет, так... не дали, нифига не дали. Ладно, пойдем тогда по квесту. Стоп, я свой гвоздодер опять потратил, что ли, весь? Да я так не играю. Тебе виднее. А где мои гвозди?
Где мои... Я требую вернуть мне мои гвозди законные. Честно купленные на заработную плату. Я платил с них налоги. Отдайте мне гвозди. Вообще кидалово. Я напишу разрабам игры. Потом давай, на каком языке ты будешь им писать? Так, там друг нам что-то хочет сказать. На русском? Ну это, собственно, тут и есть человек. Пристань удалось расчистить, но дорогу в Хендерсон полностью размыло. Вообще, нужно найти другой путь. Знаете, если поможете, может, потом я смогу помочь вам. Ну, вы понимаете, да? Сложное время, людей все меньше и меньше. Друга по жизни нелегко найти. Есть один чувак, который мог бы вам помочь. Мы его 100 лет не видели. Даже не знаем, жив он или нет. А жаль, он был очень неплохим парнем. Многих спас. Он миссионер, его зовут Маркус Вилла. Он не местный, но остров знает, как вы свою... Ну, в общем, вы поняли. В общем, когда у нас кончились продукты, он пошел за ними на склад неподалеку. К тому времени весь район уже был захвачен. Так что, возможно, он и гуфнулся. А может, крякнул. А может, дуба врезал. Но все альтернативы не очень. Но мы берем, да, это же основная линия. Только Маркус знает, как добраться. Смотри, у вас касательный знак появился. БСП, 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 БСП. Угу, вижу. Это в Хьюстон, у него проблемы. Пойдем. Как в Хьюстон-то пробраться? Я бегу за тобой. Я думаю. Ты давай сначала к восклицательному знаку. Не к нашему флажку, а к восклицательному. Давай все возьмем. Что-то я потерялся в этой жизни. А, вот нашелся. Ну что, а ты к Хьюстону придумал, как зайти? Ну, я один путь исключил уже из рассмотрения. Мог бы мне об этом сказать, потому что я пошел по нему же. Ну видишь, нам за те решетки пройти, мы не можем пока. Заметь, в этой игре гораздо меньше фруктов, чем в прошлой части. Таким образом, лечиться здесь довольно проблематично. Не, фруктов тут столько же, по-моему, просто их надо там отдельно было, юзать. Там бы этих фруктов было, попа ешь. Такое ощущение, что мы на фруктовом, слушай, на фруктовом 700, рынке. Слушай, 720 вообще пипец квадрат. Видимо, из-за майкера все. Есть подозрение у меня. Вчера такого не было. Квадратит? Ну, битрейт низкий. Только на премиуме можно. Ну, почему думаю... битрейт у меня 2? Блин, он же с премиума сам перекодируется потом, то есть вручную. То есть из-за стрима майкера такая фигня? Мясо плывуна, что... кстати, я взял в мусорке, нам нужно кому-то его отнести. Да? Было по квесту. Угу. А что, вообще смотреть невозможно? Нет, возможно. Просто неприятно. Ага. Он хотел меня ударить ножом, но, к сожалению, рука с ножом его осталась лежать на деревянном полу. Так, ты где, друг? Я здесь, я как бы бегал. Мы можем на Twitch переключиться, просто мне будет тяжеловато потом нарезать все это. Не, мы можем переключиться и на основу, на обычную. А, но это все равно будет уже стоп-старт стрим, да? Ну да. В записи, да, в записи хорошо всегда. Ну, конечно, неприятно, что такая ерунда получилась. Это, конечно, типа позыв... А ты можешь голосовалку создать? Потерпят ребята, чтобы, ну, либо переключаться на... Ну, давай, создам. Кстати, у нас тут два восклицательных знака есть. У нас еще есть Брюс. Это Брюс, ребята! У Брюса проблемы, надо срочно помочь ему. Может он быть... не замашнил? Не замашнил он, да. Зомбаков не замашнил. Жмуры откусили ему все-таки, мне кажется, какую-то часть. Давай туда даже метку поставлю сейчас. На Брюса-то. Все, я на Брюса пометил 25 метров до цели. Это который белый восклицательный знак? Да. А вот и Брюс. Где-то близко, где-то близко. Создал? Да. Я создал. Вот он. Брюс, как ты... О, похож, кстати, смотри. Такой же с бороденкой. Брюсыч, здорово! Че ты волнуешься? Че, Титан опять не затащил, да? Брюсыч, да успокойся, мы подкинем тебе нового спонсора. Для... Касперский продлевает договор. Клево сегодня денек, говорит Брюс. Тебе деньжата не нужны? Он также братка в Рокскиз заманил. Таким же предложением. Нужны, Брюс, да, как срубить у тебя деньжат по-легкому, расскажи. Короче, ты понял, беленький. Это он тебе, БСП. Такой белый порошок, ну этот, который по ноздре пускает. Брюс, да ладно.
пару пакетиков, я там думаю, а чё стримов так мало стало на ГГ? Да это сахар, сахар. Тут не мука, тут неподалеку жил барыга, барыга сахар, сахарный барыга. Добраться туда будет как нефиг делать, найди эту, эту сахар и принеси мне. Да не парься, барыга уже того, отдал богу. Давай это, а еще не знаю. Брюс, ну конечно выручим, по старой давай памяти. Давай все-таки сделаем стоп-старт быстренько. Что? Чат за то, чтобы... Вообще, я тоже за то, чтобы... На самом деле, это сейчас придется в XP, это вещь, чем... в OBS полчаса. Это... Да, это не будет премиума, а будет всем одинаковый поток. То есть вот так вот. То есть в премиумах, как сейчас смотрели в хорошем качестве, они будут смотреть не на премиуме, а все остальные как бы будут на это... Это нужно на основе... резать будет. Ну что, делаем, нет? Ну, просто реально, ты знаешь, как будто любительская съемка на фотоаппарат. Хорошо, делаю стоп-старт. Пленочный. Ребят, делаю стоп-старт, сейчас мы все... Все, пошло? Да, пошел стрим на Twitch. Здесь сохранили, мы его в принудиловку сделали. Вот из этих проблем люди и уходят со стримом, потому что лучше бы играли, уже играли. Настройки в середине игры — это бред. Все, ты включил его, да? Ну, стрим, да. Ну давай, альтабайся в игру. Сейчас опять. Ой, квадратик. Вот чуть-чуть вот там квадратик проскочил. Давайте еще зарегимся на Cybergame и начнем стримить. Ну что, все, я в игре. Люди пишут в 100 раз лучше. Ну, отлично. Но это один человек только. Все норм. Сейчас лаги начнутся у вас, ребята. Все будет вообще супер. Поехали. Не каркай, все. Да, сейчас Twitch начнет лагать, я тебе гарантирую. Вот, ништяк. Не, у меня-то он тормозит, но это потому, что у меня интернет такой до Twitch, а у всех остальных наверняка. Так, а мы что, давай выполнять задание Брюса, или давай второго кренделя найдем, который с восклицательным знаком еще был в этой локации. Где он там у нас? О, исчез. Как так может быть? Что за бред? Ты про что? Я про второго чувака, который задание давал. Его нет на карте. Так, ну все, белая линия, и все, и идем. Так ты по брюсовскому заданию пошел? Ну да, мы сейчас пойдем. Не, просто я же говорю, там второй был чувак на карте рядышком. Ну ладно, окей. Не знаю, у меня не было. Я думаю, нам надо наверх подниматься к машине. Есть подозрение у меня. Ты там мониторь чатик, потому что лаги могут начаться в любом. Я мониторю. Ну, пишут, что качество получше, что у некоторых изредка проскакивают лаги, но в том числе у меня, но это все-таки лучше, чем когда квадраты. Ой. Что такая? Я отвлекся. А, это здоровячок. Да, я тоже его сначала не приметил. Не, сейчас завалим, погоди. Завалим этого бобра. Распишем его на двоих БСП. Обхожу сзади. Ой, там сзади еще приперлись. Ой. Ой, я руби руки ему, да. Да. Стараюсь. Надо ему руки рубить. Вторую я пробил. Ноги руби. А теперь издеваемся? Синим. Ноги руби ему. Стараюсь. Ногами-то он не может драться. Все. Почему раньше так его не били? То есть я таким ударом отрубаю руки и все, да? Нормальная страта. Нормально, за тимплеили его по полной программе. Ну просто это Паренька лучше, чем толкать. Чекурявого. А где машина моя? Парнишку Чекурявого, она исчезла. Ее угнал зомбак. Труп водителя такси угнал твою машину. Так, пойдем. В сторону теперь это да. На флаг. 200 метров. Я понимаю, что на а флаг. Вот и машина, смотри. Я тачку нашел. Где твоя тачка, чувак? Вот твоя тачка, чувак. Мы, кстати, здесь... Слушай, а качество очень, блин, прям меня радует, когда особенно не особо динамичная картинка, очень красиво выглядит все. Спасибо, я старался. Для вас же стараюсь, чатик. Все для вас, вы не цените. Зовете меня нубом. Все? Сел? Нет. Я ничего такого не сделал, чтобы сесть. Знаешь ли. Я фруктов лучше поем. Блин, вот я же мог. То есть, а что, я ем кучу фруктов, а у меня хп вообще не добавляет.
Ты прям ешь или их берешь? Я просто прям ем их, беру и ем. То есть она прям чавкает? Прям чавкает, да, прям аж в животе урчит. Добавляют еле-еле душа в теле. Ну, поехали. Она пока переварится. А, то есть надо ждать, как кодой, что ли, да? Дай же я. Ну, хорошо, ладно, тебе виднее. Тут где-то верстачок был, сдается. Он там и есть. Провод какой-то взяли. Ой, кто здесь? Кто так? А просто чисто, ну, ой, проверь дропы. Если дропов нет, значит все нормально. То есть это проблемы уже интернет-ребята. Ну, дропы? Мне просто что да, это. Ой, меня сейчас кажется, будут убивать. Я тебя спасу, ты дропы проверяй. Дропов кадров ноль пропущено. Ну, значит, это не по твоей вине. А, бьют меня! Наверняка! Да блин, как же ты меня спасаешь-то? А, действительно спасаешь. Нормально. То есть я сожрал 2 килограмма яблок, чтобы восстановить хотя бы немного хп. И вот так вот, да? Жестокосердные вы. Наверх. Жестокосерпные вы. Ты не тормози, Бонни, сейчас те как за тобой прибегут. На скалу совета. Маугли. Что здесь? Что? Кто? Кто здесь? Мы правильно идем вообще, не? Ну, вроде указатель туда идет. Да сколько же у вас? Что ж. Ну, нам по воде просто придется пройти сейчас. Что ж вы везде-то дохлите? Так, это смотри, сейчас пробьёт? Я на него приземлюсь, погоди, тихо. Ну что ты? Уже неинтересно. Я не дотерпел. Очень хотелось. Очень хотелось. Очень плохая музыка. Отвечая на вопрос, что случилось в ГГ, видимо, из-за нагрузки параллельно стримящего товарища администратора портала goodgame.ru. Администратора, как ты его уделал бы СП вообще? Нагрузка на... Всего лишь жалкий админ. Мы ему рассказываем, как жить. Кстати, мясо алтоженика. Отвечу на вопрос. Нагрузка на сервер ГГ из-за этого, то есть, возросла, и транскодинг с премиума на 720 очень плохо себя вел. Ой, я сейчас умру, кстати. Кстати, а я нет, кажется. Надо рубать ярость уже. Надо врубать ярость. Ладно, я спасу тебя. Там толстяк просто. Я где? Сзади вон там. Как ты такого быстро убил вообще, лол? Я так не смог. Это скилл, мой брат. Мой австралийский брат. А вы говорите, Боня Краб. Слушай, у меня в гвоздодёре вообще не осталось патронов? Да. Это лол. Я накупил кучу патронов, заплатил по $500 за это. В гвоздодёре патронов не осталось. Куда мы идем вообще с тобой? Ребята с ножами что-то. Он уже бросил нож? Да, он выкинул его сам. Так, нам сейчас по дороге и на лодке потом доедем. А можно было, кстати, пешком пройти? Или пешком, или на лодке, как думаешь? Пес его знает, с твоими лодками лучше пешком. Ну давай тогда пешком. Там на лодках очень много утопленников. А, хотя их и так будет очень много. Просто не трогай их, БСП, просто не трогай. Я уже их топил. Уже тронул, да? Смотри, когда их... Смотри, вот с разбегу ногой его ударь. Что-то не получилось. Вот, хорошо получилось. Смотри, вот сейчас я попробую на это. Мне кажется, что с разбегу бить его ногой, он не просыпается. А, не просыпается. Куда пошел бы еще? Не знаю, куда ты. А, ну да. Потопали. Нет, лучше бы на лодке, конечно. Ну ладно, пофиг. Ты сам. Тут слева что-то появилось, какая-то рука. Ух, вот это он тебя рехтанул. А ну-ка. Погоди. Что? Что, с молотка улетает нормально, да? У меня хп опять нет, нифига. Ну поехали. Ай! Ай! Ну вот, поприехали. Зачем я с таким маленьким количеством хп с ними дерусь? О, у меня есть доступные очки умений, зато я умер не зря. А, вот смотри, это надо качать. При критических ударах возрастает прирост гнева на втором левеле на 54%. Прикинь, сразу такой буст.
А я 25-го левела, да? То есть я теперь могу выложить наконец этот молоток и взять очень опасный нож. Я буду очень опасным, господи. Ты где? Я задание отберу. Все, взял. Мы же к дилеру идем, нет? Не, просто взял задание. Пойдем. От кого? Ну, в команде. Собственно. Чего? В команде? Во вкладке команды можно брать задание, никуда не ходя. Собственно. Как это? Я и сделал. Ну, просто двойной щелчок. Не... А, во вкладке. А как? Ты, то есть ты уже как будто у дилера побывал, что ли? Да. Нет. Это как будто я побывал у того, кто квесты дает. И как ты его взял? Просто взял, пойдем уже. Ладно, это вот все можно читать, было бы прикольно, но... Мы идем к дилеру, да? Мы по-прежнему идем к дилеру? Да. Я все боюсь, когда хищник вылезет откуда-нибудь. Через полкарты. Какие-то лианы подозрительно светятся. А, ну понятно, почему. Мы должны найти здесь самого дилера или его товар? А вот это мы сейчас узнаем. Ну, мне кажется, найдем и того, и другого. Ну, да, причинно-следственная связь. Так, дилер уже не жилец, похоже. Точнее, жилец, но... Нет, не жилец во всех смыслах. О, привет. Это был дилер? Хоть бы спросил у него. Эй, есть что? Там внутри народу нормально так. У меня есть граната, нормально, сейчас ворвемся. Открывай. Где? Открываешь? Давай, открываешь, и я закидываю пацанам. А тут только двое. Я закинул все равно, к сожалению. Ой, слушай, а... Ты что, ты боишься? Зачем ты меня кинул гранату? Какой художник. О, нифига себе, он мне прописал серию. А вот если бы я не умер, и ты, если бы ты не кинул мне гранату... Все, короче, знаешь, мне со своим ударом в таком прыжке нужно завязывать. Я очутился, знаешь, где? Где? Очень... Тебе в рифму ответить, где я очутился? В общем, неприятном месте я очутился. Это какое интересное место, неприятное тебе. Лол, надо было, конечно... Все, надо драться нормально, по чесноку. Просто в прошлой части вот такой удар с прыжка сразу снимал башку, и он попадал. А здесь почему-то... Ну, они опять же, это, видимо, опять же они фиксили, да? Всякие темы. Как думаешь, БСП? То есть вот таким вот ударом я гарантированно всегда попадал. Вот таким. А теперь приходится... Блин, слушай, я бегу отсюда. Он супер жесткий. Он действительно жесткий. Он бегает, но... Давай двоечка лучше, да. Толкни его вниз. Отойди сюда, Бониш. Отойди сюда. Пусть он сейчас сюда. Я устал. Сейчас я его толкаю. Это кто сделал? Ты или я? У меня только вроде ничего не бьет. У меня тоже. Сейчас я ему еще разочек. Давай, надо по очереди сразу. Да руки отрубать ему. Ох, прям сердце. Ой, я умер. Ты умер? Такое может быть. Тихо, надо восстановиться. Я сейчас превращусь в зомби и убью тебя. Что, у меня хп вообще не восстанавливается. Я тоже умер. Перед смертью взял $67. Да что за фигня? Собрались, чем одного? Ходи его сзади. Ёпс туды. Ты же быстро его пилишь, давай запилим его. Это я под рейджем его быстро пилю. Ай, больно. Нормально, завалили. Тоже нормально. Так, третий заход к дилеру. Фармим гоблина. Фармим дилера. Первые два раза он не согласился с нами поделиться, но я сейчас ему аргумент один все-таки... Давай все-таки, да, попробуем с двух сторон конечности ему подобрать. Я сейчас ему убедительный аргумент предъявлю. Эй, слышь ты, сколько хп? Стой. До хера хп, уходим. Он фулл хп, что ли, отрегенил? Я пытаюсь отрубить руки БСП. У него не отрубается ни черта. Да, это точно. Ой, мне плохо. Валим. Давай выманим его.
Да ё-моё, я сейчас сдохну. А он на тебя агрится. Ах! Ой, фингал у меня будет, точно будет фингал. Тут, да это просто машина для убийства. Чё я кинул? Зачем я это сделал? Ты бросил в него ракету шумовую. Я не знаю, как она выбралась даже. Ёпс туда, как я буду его бить? Нет, нет, мужик, нет! Пожалуйста, нет! Спасу, погоди. Он догнал меня. Убегай, убегай. Слышь? Зато у него хп нет, регенерации. А кто у кого что и что берет? По-моему, дилер у нас бабки отжимает. У меня уже штуки нет. Не отрегенерились хп? Все, я его убил. $38 взял с него. Скотина, дилер. Будь он проклят, он всех нас предал. Он всех нас... А вот тут бы тебе пригодилось. Калечишься, брутальный латунный кастет, ладно. Так, выбрось. Я тут отремонтируюсь заодно. А, тут есть верстачок. Верстачок. Да. Вот, молот мы бросаем. Кастет мы подбираем, бабки мы подбираем. Ой, я нашел потайной ход. Ах, не можем мы пока ничего такого создать, модифицировать. Пока, к сожалению, не нашли мы. Ладно, его тоже отремонтируем, чтобы потом продать. Дубинку тоже отремонтируем, чтобы продать. Мачете и серп у нас ремонтируется. Нож 370 бьет, а он 25 левела, а мое 21 554. Ладно, все, я тут обобрал вообще все. А бобра? Да. Все обобрал. Мы сейчас глюкозу ему дадим. Чуваку. Ты вместо того, что он хотел. Ты полагаешь, что это глюкоза, да? Нет, это таков план. А, тут я понимаю, что точно здесь фальшивые наркотики, что за лом. Это эффект плацебо у него начнется, да? Да, я думаю, что похоже на то. Че ты секретные материалы не взял? Взял. Там каждый сам берет просто их. Малдера искали. Нормальная, нормальная дубинка, понимаете? Нормальная. Такая. Чисто, конкретно. Так, как бы теперь быстро дойти до... Аммиак? Он же плохо пахнет. Ну, кому-то он нужен. О, смотри, тут есть дорога какая-то. Пойдем по дороге. Кто-то пахнет слишком хорошо и решил обмазаться аммиаком. Иди сюда. Видишь, какая дорога интересная. Очень интересная. Вот у меня хп не так много. Вот это не очень интересно. А, нет, ну много, меня же убили. 175 раз подряд. А куда мы идем вообще? Мы опять ну, обратно идем. Квест давать. К пацанчику. Только не в ту сторону. Пойдем обратно. Просто интересно было, куда ведет мост. Да, Брюс, конечно. Что теперь делать-то с ним? Надо же как-то вытягивать пацана из этой зависимости. Нет, ну был бы какой-нибудь Дедман, я бы оставил его таким, как его кого есть. Но Брюса я не могу бросить в беде. Может сказать ему, что выходит... Рыбкой! Может сказать ему, что StarCraft 3 Blizzard готовят. И у него есть шанс собрать Rock Skies по третьему StarCraft составу. Ну что-то надо делать, БСП. Надо что-то наплести. Ого. Да, вот так вот. Сейчас я попробую. Что же получилось? Вообще. На ходу башку отрубил, как и не было. Вот это комбо проходят, да? Нехилые. Так, мы по-прежнему к Брюсу. Лучше бы на лодке, конечно, поплыли, потому что... Глупо. Ну, у вас нет лодки, сори. Вставать будет, нет? Он за спиной лагает. Ух, видал? Нет, у меня лагнуло что-то. Замедлю вам повторить. Вот этот удар, он будет постепенно с раскачкой моего перса. Я буду критом отрубать им голову практически в каждом таком ударе. Если ты будешь попадать, да? Кстати, вот по контуру проще бежать. Начнем с того, что по контуру ты в принципе можешь бежать. Ой, к тебе бежит.
Давно тебя не видел, БСП. Ну что ты? Это ты фанатка из Good Game. Она просто хотела взять у тебя автограф. Да. Я не даю автографы. Ты уже ей это показал, конечно. А ты со всеми женщинами так? Которые Нет. на тебя бросаются. Ну, когда зомби апокалипсис. Бросаются! Бегут с криками, да, скорее всего. 90% случаев я буду чувств. Так делать. Дай! Вау! Отлично, и этого. Сейчас не получилось. Там толстяк, блин, стоит. Где? Да вон. Да, я там уже голов-то поотрубал прилично. Мне еще 30 голов и. Ну, слушай, ясно. Он за мной идет. Ну давай, я его сейчас порешу. Отвлекай, давай. Отвлекай его. Сейчас я ну не кончается эта ерунда. Ты сказал, что. Бей, 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 бей сзади его. Вот, все, смотри, как он режется. Изи. Просто сзади подлетаешь. Ух, попал. Брюс, мы идем. Мы намашнили тебе денег на вот тебя. Вау, 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 вау. Спокойно, я ребята. Спас тебя просто. Да ты... А вот и лодка. В следующий раз на лодке. Туда... Да нет, тут машина где-то есть. Вот она. Вот точила наша. Скажи наркотикам нет. Отдай их Брюсу. Скажи да, глюкозе. Сзади, 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 сзади. Вот, ну начинает работать уже. Все-таки я расконтролился к середине Садись. Стрима. Надо еще позвонить Жираков, заказать сегодня футбол. Зачем тебе заказывать раков? Ты как Аквамен можешь. Потому что я собираю свою футбольную команду. Я в машине, кстати, можешь ехать. Я собираю свою футбольную команду. Я тренер Краб, у меня будет 11 раков. Бей стекло, спасай. Стеклотаренный пензенский завод. Все вниз. Так-то. Там кто-то опять издает неприятные звуки ротовой полостью. Практически как. Ой-ой-ой, здоровячок. Старичок, здоровячок. А если я в него коктейль молотого зашвырну, он взорвется? Нет, он же должен рвануть, нет? А, этот здоровячок? Да. Я думал, ты про гранил. У меня все здоровячки, ты же знаешь. Это как и десбол. У страха глаза велики. А у меня либо слишком велики глаза, либо наоборот, слишком оптимистичное отношение к своей армии. Ребята, чего вы не встаете? Подъем, курсанты! Горн уже прозвучал. На плац! На построение! Ой. Марш-бросок с полной выкладкой. Я застрял. Бонич, меня зажали. Меня зажали! А, нет, все нормально. Все, нифига себе. Я нанес удар на 19 тысяч. Да ладно. Ногой. Ладно, когда... Хорош заливать. Где Брюса? Мартышки кричат. Здесь. Стоп. Где-то у меня было что-то. Взрывающаяся мина, коктейль Молотова. Давайте коктейльчики Молотова возьмем. Брюс уже вставляет. Да, у Брюса хорошо же все. Промахнулся, Акела. А вот я попал. Истребляющий бронзовый кастет. Ну, наконец-то я его... А, их тут много, черт. Ты, погоди. Так, этого я, и того. Пиши. Этого, того. Этот лежать. Так, я предлагаю этому вернуться, слушай, плеч. Сейчас пока... Этому так. Кто-то еще сзади, да? А, это БСП. Зачем Может ты... быть, мы вернемся то там, где были эти чемоданчики, я могу теперь все открывать их. Зачем ты разогнал Слышишь? Мою дискотеку? У меня так было хорошо с ними. Бонич. Ты не все можешь открывать, у тебя первого левела, да, навыки? У меня все три прокачаны. А, хорош, а когда ты успел-то? Ну вот, я три левела получил и вкачал по очереди. А какого ты сейчас левела? 26-го. Почему я 25-го? Я даже не спрашиваю об этом, понимаешь? Я даже не спрашиваю. Ты к Брюсу сходил? А? К Брюсу сходил. Да-да-да, все. Видишь, у нас осталось только это спасение праведника. А Брюс мне награду вообще-то должен. Ну, иди забери у него. А где? Внутри. Заходи туда. Игорек! Друзей-то не кидай. Мы же тебе помогли. Давай поможем. Где ты? Уткин. Он ушел. Меня что кинули. Ты же знаешь, ушел. Я не знаю. Меня кинули.
А то, что вот он тут сидит, как бы, нет? А, дорога! О, охрененная! Ну ладно, мне это не надо. Ну, ой, можно торговать с Брюсом? Я не буду. И вам не советую, я ребята. Я продам ему все, что мне не нужно просто, потому что нафига. Я и вам не советую с ним торговать. Ладно. Вот, собственно, калечащий кастет продадим. Утомляющий нож. Нож ныряльщика, кухонный нож. Все к черту. Да, белое оружие нам нас уже не интересует. Гвозди, пистолет. Думаю, что этот нож я тоже ему толкну. Так, я все. Так, подожди, вот теперь купить. Да, во-первых, надо да взять. Там ничего нет нормального. У меня 13 косарей, это нормально, мне хватит на что-нибудь. У меня тоже. Ну, мы ждем каких-то модов, я думаю, да? Что у него есть? Давай сбегаем туда, где куда нам. Воидовский клинок 26 левела, ну фигня полная. Нам заброшено. А я у него, пожалуй, аптечку куплю. Сколько раз она меня спасет, я думаю. Три аптечки купил. Немного патронов для дробовика и для винтовки. Но у меня, к сожалению, нет ни того, ни другого. Последнее, что я сделаю, это за грейжу, за зачинюсь. Все, я ready. Ну поехали тогда сейчас быстренько туда, а потом по основной линии. А что мы? Ну, за шмотками. Зачем? Шмотками, которые заперты были под сундуками. Подожди, у нас вообще-то здесь еще один страждущий есть, я тебе точно говорю. Ну, мы к ним вернемся. Он куда-то исчез. А, вот он, вижу, Хьюстон. Хьюстон, БСП. Я на него метку поставил. Давай, ну, пока он близко, веди. 70 метров. Ну, как мы можем бросить Хьюстон? Может, это уйти Хьюстон? Так ее давно бросили. Может быть, там она уже... Ой, извините. Или ты намекаешь? Да, 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 да. Черный юмор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а вот аптечка шустрый, пошла. Да? Ноги отрубай. Куда ты? Что? Так, этому сразу что-нибудь отрубили. БСП, давай, давай. Сейчас я с этим порешу. Давай, я прыгаю сзади. Попал? Попал. Ой, по мне, да, упали. Сейчас я ему еще понахаю, и будет нормально. Он с одной рукой-то не сможет. Да что ж я не могу. Ой, нормальный напас. Ты какой-то читер, что это за... Чак Норрис. Надо было тебе брать... Техасский рейнджер. Другого персонажа, этот какой-то... Все законы физики нарушает. Блин, если бы я в школе так мог, а? Я, возможно, был бы совсем другим человеком. Я говорю, по-моему, Хьюстона, чтобы пройти, надо сделать квест главной линейки. Вообще-то из алкоголя раньше можно было делать коктейли Молотова. Подожди, нас ведет к Хьюстону, пойдем. Не парься, все будет. Окей, какой верю, квест главной линейки? Мы уже около Хьюстона. Кстати, чемодан, консервы и все такое. А, стоп. Угу. Ну да, там какой-то... Нет, пойдем. Это мы сейчас по основной линейке идем, ты в курсе, нет? Хьюстону? Какому Хьюстону? А, Хьюстон — это дающее задание. Мы идем к нему. Ты думаешь? Извините. Да. Вот это, ребята, вот он здесь, 39 метров. Как к нему попасть? Я ж тебе еще раз говорю. Мы выполняем сначала это задание, и он нас пускает туда, по-моему. Он улетел уже без яиц, между прочим. Я... Спасибо. Я это зафиксировал. Кто забреет? Ой, я утонул. Ай, где я? БСП! Смотри, вот, 42 метра. Вот я смотрю туда, на Хьюстона. Вот туда нам нужно попасть, вот в этот дворик. Как называется квестовый? У меня нету квеста сейчас. Ну, я на спасении праведника. Да, угу. Но у нас Хьюстон вот здесь, смотри, вот он. Я смотрю на это место, где есть Хьюстон. Где живет, нет, старина Хьюстон.
Как туда попасть нам? Как думаешь? В обход, может быть? Может, сначала, я говорю, мне кажется, туда только попадается, когда он пропускает сам. Мы же за решетками стояли, с ним разговаривали. Мы с ним еще не говорили. Как это не говорили? Он нам квест дал. По-моему, нет разве? Нет, это Брюс был. Какой ну, Брюс? Вон там, вот тут, вот здесь вот, когда мы были. Кто был этот человек? Ладно, плевать на Хьюстона, не хочет, не надо, его проблемы. Пойдем... А, это Джексон был. Ну вот он нас не пускает, видишь, Джексон? Мы сначала его квест сделаем. Нет, он... вот здесь, где-то вот в этой локации живет Хьюстон. Еще раз, слушай меня внимательно. Вот эта локация, обнесенная железным забором, ее охраняет Джексон некий. Джексон? Который нас Майкл? Пусть... Нет. Хотя может, это загробный мир какой-то? Майкл Джексон и Уитни Хьюстон? Так, ладно, все, Бонич, иди за мной просто, короче. Они вместе живут в бунгало? В ту локацию. А, я понял, они распустили слух о своей смерти. На самом деле они живы. Знаешь, как звезды делают? А, я тону! Какого черта? Я что, плавать не умею? Да я так не играю. Они распустили слухи о своей смерти. Мы ищем миссионера, что ли, или что мы делаем? Да. Того, который нам нас проведет в Царство Божье? Да? Нет? Можешь ты подойти просто ко мне? Протоиерей Всеволод Чаплин? Он нам скажет, аллилуйя! Аллилуйя! Дети мои, помолимся. Или, аллилуйя! То, что ты не дал Брюсу, ты взял себе впечатление. Ну, у меня просто уже стрим... Мой стрим длится уже... О, это был я, да, или ты? Не знаю, дабл хит. Все, пойдем, миссионер, короче. Миссионер, миссионер. Давай выполнять. Наставь меня на путь истины. Я агностик. Спаси меня от неверия. О, миссионер. Я иду к нему, БСП. Ты не остаешься? Да, зачем ты к нему? К миссионеру иду. В смысле, зачем? Ну, мы же хотели сундуки пооткрывать. А. Ну, там будем пооткрываем. Ты же помнишь, где они? Ты же помнишь, где сундуки? Да, помню. Ну и все, будем там в том районе и пооткрываем, что парится. А то потом нас опять заставят. Ой, куда я? Что я? Как тебя? Как бы тебя? Е. Yeah. Нет, не хочу я туда прыгать. Я... Понял. Я, чтобы нажать Е и с ударом прыгнуть, ты прыгнул просто так. Она была в шоке от этого контроля и умерла сама собой. Так как тут обратно-то залезть? Тут страшные звуки отсюда доносятся. Миссионер сдает? Не знаю. Не переживаем, просто говорить со Всевышним. Вот, что-то мне кажется, миссионер что-то немножко мертвый. Нет? А? Да? Бэспо, ты вошел? Я вошел. Что вот. Может быть лучше? Вот, ты слышишь? Давай, открываем на счет 3. О, у меня есть мыло, подожди, мыло. Дай отчинимся. Ну что ты? Как ты будешь без мыла-то драться? Все, готов? Нет. Коктейль Молотова, может, она открыли. Привет всем! А, у миссионера тут тусовка. Ну, кидай туда. Ну, ну куда что ты, он? Ну? Что он? А, не попал, смотри. Твою мать, их там миллионы, БСП! Ну, хорошо, ну, первый раз. Еще раз, отходи, отходи внутрь. Внутрь отходи. Поехали, встречаем. Сейчас я их буду спинывать, давай туда. Они уже подбуфнутые немножко. Что? Ты видел, что ты сейчас пойдешь? Нифига, мы просто разобрали всех на ура. Тимплей. Еще один остался, по-моему. The best team play of the world. А ты куда делся-то? Нам давай, с тобой надо снова начать играть 2 на 2. Может быть. Левелапчик, увеличивает продолжительность действия яда. Нет. Продолжительность быстрости открытой раны. Это все фигня. Все фигня. А что здесь? Взламывает замки. Эффективность аптечек. Нет, мне нужно на дамаг все. Все на дамаг. Восход. Давай, Бонич, спускай сюда. Квест давайте начинается. Попробуем. Не, сейчас, подожди, сейчас. Расход выносливости. 5 секунд. А, вот. Прочность режущего. Нет, вот открытую рану нужно. Все, я вкачал себе такой дэмэдж дилинг жесткий. Угу. Здравствуйте, дядя. Ты пастор, шлак. Алло.
Вы прислали боги? Конечно, боги. Естественно, кто бы еще? Я знал, что они меня не оставят. Мои ученики. Аллилуйя! Вы разделили мою веру, поэтому они не превратились в падаль. Я пытался их предупредить. Разве они послушали? Прошу прощения, Маркус, я атеист. А Сиси, меня зовут Маркус Вилья. И кому же я теперь по гроб жизни обязан? Аллилуйя. Меня зовут Цянь Муньхань Хуньхань. Если выговоришь, это хорошо. Мне сказали, вы можете добраться до Хендерсона. Хендерсон. Гейшей знает дорогу. Ну вот вы так просто с ними сражаетесь? Прям вот без слова Божия, без Библии, да? Да-да-да, я с ноги, он с руки и так далее. Короче, дядя, что надо? Поразительно, в высшей степени поразительно. Вы точно ангелы? Аллилуйя! Короче, нас всего пятеро таких. Остальные, ну, басы. Мы укрылись в лагере беженцев Парадис. Парадис, Содом и Гоморра. Прибежище разврата. Но вас вообще послали боги, это правда. Удивительно, однако боюсь, вынужден просить вас еще об одной услуге. Всего об одной. Какой? Какой тебе услуги нужно? Сутану принести? Моя паства выживет с Божьей помощью. Аллилуйя! Человек ничем не может нам навредить. Так вот, есть одно место, где мы храним припасы. Но там слишком много тех, кто не кричал. Аллилуйя! Добудьте мне припасы, я расскажу, как добраться до Хендерсона. Вообще-то ты, товарищ верующий, должен был нам рассказать без этих вещей. Все, мы тебя поняли. Аллилуйя. Пойдем? Давай. Отправляйтесь. Мне мачете дали, кстати. Мачете? Где? Пакеш. Передай. Фиолетовый? Зеленый? Зеленый обычный. А, ну обычный пофиг. Забей. Так. Это паства его, да? Он сейчас лежит в воде, отдыхает. То есть где мертвые зимуют мы делаем? Да. Отлично, давай. Далеко? А, 300 метров. Угу. Ну, сейчас карту открою, гляну, где это. Печально. Вообще, нам Джексон гранату может дать. Давай к Джексону вернемся, может, к Хьюстону нас пустит. Пойдем попробуем. Я за тобой. Так, у меня удар в прыжке, наконец-то, начинает критически домогать. Домогаться критически до врагов. Так, вот здесь, да, живет Уитни? Старушка Уитни. Кто там орет? Я же говорил, смотри. Пустили? А, я упал в воду! Ездишь. Что? Бонишь, скорее! Нет! Что? Ой, дядя! Что? А что такое? Давайте без. Истребляющие когти, ну это фигня полная для меня. Да мне. Джексон, не целься в людей, пожалуйста. А тут толпень, давай сразу позабираем. Погоди, я когти посмотрю. Так, это то, которое мне дали. Или тут нет? И верстачок, и магазинчик. Давай сейчас зайдем в магазин, потому что там точно 320 должно быть хорошее. Совсем тут я их поставлю, пожалуйста. Помогите Мэгги найти друзей. Я только тогда она будет с нами торговать. Ну, Мэгги, ты не оставляешь нам выбора. Ну что, БСП поможем? Поехали, иди сюда, будем брать погоди, все. Погоди. Сильные когти. Меня зовут Мэгги. Мои друзья уже давно отсюда ушли. Решили найти другое убежище. Понадежнее этой развалюхи. Они собирались идти в Хендерсон. Мы договорились, что оттуда за мной кого-нибудь отправят. Но с тех пор ни слуху, ни духу, ни бабла, ни счетов на офшорных. Надеюсь, с ними ничего не стряслось, но я все равно очень волнуюсь. Я такая волнительная. Хорошо, мы поможем тебе. О, награда Танто. Танто втроем будет у нас. Слава богу, они хотели переночевать в джунглях, в домике на дереве. Может, для начала там и поискать? Так, значит, этой нужно найти друзей. Отдаст нам за этот танто. О, тут модификация висит. Где? Да, вот здесь вот. Бери. И что там? Я отмодернизирую по полной программе заодно. Модификация колючка. Да это все фигня. А вот! Парализующий удар, наконец-то. Раненый этим оружием трупак буквально выблюет все свои... Да. Ну, нужно делать. Только я не знаю, на что. Наверное, на мачете. И сильные когти. Теперь сильные просто когти. Просто смотри, у меня какой левел? 25, я так понимаю. 26. У меня оружие, это вот это мачете, 21 левела. Мне кажется, но оно фиолетовое, но оно скоро утратит всю свою силу. Потому что вот, например, негрейженный. А нет, с тремя грейдами серп. Нож зеленый. Что там у тебя такое?
Опять звонят? Да, домогается. Смотри, нож, например, опасный 25-го, 370 наносит на первом уровне грейда, а мачете 554 в два раза больше, ну, с четырьмя грейдами. Я не могу предсказать, сколько после четырех грейдов будет у него дамаг. У ножа? Я думаю, гораздо больше. Ну, про грейди что, денег-то много. Думаешь? Я думаю, я уверен. И на него сделать мод, да? Ну, вообще, нет, ты сейчас еще... То есть мы тихую гавань будем выполнять? Нет, я мод сделал на мачете. Я помню, в StarCraft ты не завалил это вместе сначала. Несколько раз. Смотри, в чем смысл. Основное оружие все равно только одно. У тебя 11 тысяч денег, грейд просто все уже, все свои фиолетовые и синие. Че ты тупишь-то? Зеленое не грейд, все, как бы. Я не понимаю, в чем твоя дилемма состоит. Ладно. 20-го, 21-го. Потому что зеленое 25-го левела. Вот я про. Ну забей ты, господи. Ладно, у меня 10 тысяч денег. Я сразу продаю зеленое, даже не смотрю, что там оно у меня. Вот обычный ножик, казалось бы, да? Нет, это фигня. А вот у меня мод наконец-таки на мачете. Вот, от мачете теперь миазмы идут. Так, у тебя есть буль таляющая? Не потому, что просто я с тобой играю, а потому что тут с Хьюстону надо. Зачем ему? Ну, еще? Квест. Все, у тебя нет больше. А сколько ему надо? Может, это регулярка? Да. Ну и все, нафиг, забей. Окей. Все, делаем что? Тихая гавань тогда? Хотя... Нет, пойдем, давай еще сейчас задание наберем. Тихая гавань, это далеко. Что-то... Задание, набираем заданий. Так мы можем через команду уже набирать задание, зачем? Как это? Ты команду включаешь, вкладку, и видишь, где доступно новое задание. Кликаешь двойным щелчком левым по ней, получаешь его сразу. Как понять, что доступно новое задание? Вкладку команду открываешь. Начнем с того, и жмешь, там появляется несколько вкладок. Среди них карта задания. Ты все взял задание, да? Нет, не все еще. Внизу я специально оставил. Ну а хотелось бы, не, БСП, ну так неинтересно, надо же хотя бы понимать, в чем задание. Тут вообще... Хоть с персами поговорить, а то смысл погружения в атмосферу. С персами? Ну, в персе надо тогда, чтобы разговаривать с персами. Да, возможно. Не, ну реально, мы просто взяли задание вслепую, даже не понимая, кому и зачем. Так это же второстепенные, которые набрать вот 30 зажимов, это да такие. Да нет, не факт, ввиду. Есть еще, ну нет. Там... Я тебе, потому что, о господи, раздел команда только такие задания предлагает. Вот, да, типа... У меня почему-то во второстепенных заданиях только одна тихая гавань и все. Потому что это второстепенные задания, не задания типа команда. Задания... Команда это возьми, принеси. А, ну давай собирай тогда все командные задания, действительно. А в тихой гавани что, больше никого нету? Ой, в тихой гавани, господи, ну ты понял. Что, здесь больше никто не хочет нам задания дать? Maybe there's something useful. Очевидно, нет. Я предлагаю идти что, делать квестики. Один чувак? Ну бред вообще. Только один чел здесь дает задание. Да я тут видел еще кучу восклицательных знаков. Че за бред? Уж мерещилось. Да нет. Ты просто все уже, видимо... Это все, видимо, командные задания, да, получается? Не знаю, я здесь командных не брал. Да что ж они достали-то, а? Звонками своими чертовыми. Негодяи. Ну ладно, пойдем тогда тихую гавань выполнять, что делать. То есть тихую гавань, а не основной квест? Ну да, конечно, второстепенный сейчас. Просто они даже не по пути. О! Куда я залез? Так, все, ты уже вышел отсюда? Нет, я тут на крыше. С Карлсоном. Привидение с мотором? Еще так, здесь... хорошо, я ставлю тогда себе на тихую гавань. Вот, пожалуйста, Аманда. А что тут есть у Аманды? Смертоносный молоток для мяса, фигня полная. Надежная мачете 27-го левела. Вот смотри, на первом левеле прокачки эта мачете уже 500 забирает. Поэтому, ну, бред, нельзя... Хотя оно и зеленое. Вот тебе, пожалуйста. Ну, 27-го левела. Ты слишком много времени проводишь в магазине. На гвоздодёре, наверное. Ладно, пускай побегаю с ним. Да нет, это... Ладно,
забей. Человеку в чатике ником на набор советует Гектарал шикать. Достаточно оперативно действует. Ты готов, Бенч? Да. Погнали, отлично. У нас 300 метров, но мы выйдем на дорогу сначала. Проверим мы мое отравляющее мачете. Видишь, она блевать начала. Спасибо, что предупредил. Боялся, как бы она не начала. Так мы на пальму идем, да? Мы идем вон туда. Я не знаю куда, но иду за тобой. Ой, здоровячок, давай, делай с ним что-нибудь. Будь или не будь, делай же что-нибудь. Делай же что-нибудь с ним. Обить его. Сейчас. Унись его, обзови его. Вспухшей какашкой. Во-во-во-во, отходи. Есть контакт. У меня все еще продолжается радиотрансляция для тех, кто не спит. Наконец-то они съели ведущего. Что? Да там я взял какой-то дневник и нам... А. Страшным голосом повествовали о смерти очередного парня на этом острове. Так мы к пальме, мы на машине или так, пешкарусом? Ну, я уже сел, ты как хочешь. Я хочу проверить. Проверил. Ну-ка не меня, не сбивай вместе с ними. Я молодец. Косметически сдал назад. Очень косметически. Получи права в автошколе номер 15. Ты там же, да? Ого! Сразу левелапчик. Дождь пошел, блин. А у меня крыши нет машины. Слушай, дождь кончился. Че за бред? Понял, ты шаман, что ли? Все будет. Все будет, друзья мои. Ты как Павел Воля. Топаем дальше. До пальмы вот, остается. на лодку нашу пойдем, короче. Зачем? Нам туда. Отлично, ты поковался этому. Я успеваю еще параллельно мародерствовать, как могу. Готов? Сел? Попчали. Молодец. Так, сейчас я путь проверю. Это вот туда просто по прямой, по-моему, да? Возможно, ой, они сразу повылазили, видишь, какие гады. Он кусает меня. Сейчас свалишься. Он грызет меня с гнида. Они на мотор реагируют, гады. Угу. Не попал. Все, я вылазил из лодки. А вы что так? Может, мы приехали. Да? А с ними как, что будем делать? Так, ну, убивать их надо. О, хорошо. Минус рука, минус нога. Все-таки раскидали вроде. А, я так не проверил свой суперудар с разбега. Это же классная тема. Все? Все минус? А, ну, я думаю, нам наверх есть подозрение. Легкая, совсем легкая. Просто ничего нет кругом больше. Это мы сейчас в деревню Ивоков. Ну, зайдем. Правильно, домик на дереве. Все, как помнишь, я туда, по-моему, лез? Или это другой домик? Нет, другой. Никаких этих домиков на дереве. Нас возьмут в плен и нам нужно... Такое ощущение, что у меня тут все тарзаны в поселке. А, да я тут был, кажется, такой же. Абсолютно. Мод. Потрошитель. Ладно, потом посмотрим, что у нас. Мод для Мэгги я взял. На один сюжетный предмет. Так, друзей нет. А, есть, да? Его припасов у нас избытком. Завтра мы отправимся на запад, еще надеемся найти там более надежное укрытие. Может, хоть где-то этих тварей нет. Ребят, не обольщайтесь. Давайте будем реалистами. Эти твари так, есть теперь везде. Теперь нам куда? Вот туда. У меня гвоздодер с одним гвоздем. Очень грозное оружие. Ну что, прыгать будешь, нет? А, вот смотри, мы сейчас как раз лагерь на западе. Да, прыгать буду. Ну что, помер? Нет, я же в воду упал. Лагерь у нас на западе, мы сейчас туда на лодке доедем и там откроем сразу сундуки, потому что это близко. Давай, помчали. Блин, ну какого черта? Ну так. Поехали, давай, я попытаюсь. Я надеюсь, туда? Срубить хотя бы одну башку. Так, там сзади нормально живем. Встает и... Нет, не попал. Ближе бери к ним, Глеб Егорыч.
Я просто пытаюсь понять, куда мне плыть. Ну, вроде сюда. Так, 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 так. Эх, кажется, попал. Попал, по-моему, сейчас точно попал. Здесь, на крыше. Спасай его. Как спасай? Совсем спасай? Ну, поехали. Да? Еще есть желающие до комиссарского тела? Нет? Все. Давай, быстрее залазь к нему. Куда? Наверх. К нему. Где он вообще? Можно наверх вот залезть или нет? Здоровичок. Так, ну это не тот, да? Это просто левое тело да. Левое. Стэнли, здорово. Ох, я уж думал, все переехали. Сейчас до меня доберутся. Это вам, здесь немного, но у меня больше ничего нет. Не переживай, Стэнли. Отдыхай, расслабляйся, ты же оплатил эту поездку на курорт. Что он нам дал? Какую-то фигню. У меня алкоголя уже чертова уйма, я мог бы уже сколько... Может, свою открывать магазинчик. Я мог бы уже 18 раз подряд нюху свою проставить. Давай, это... Залазь, так, я, стоп, кажется, стоп, нашел, а что, как нам что ехать. Что нам вообще дал? Непонятно. Уже ему Стэнли. Вокруг, потом сюда. Садись. А все, и Стэнли исчез из нашего? Из нашей жизни, да. Так. Ты это только смотри за как бы ребятами. Сзади был восклицательный знак. Хрен с ним уже. Так, блин, так, налево, зря, направо. Это ж клево было. Блин, да что опять помочь этой чувихе надо. А у меня рейдж-то закончился. И здесь, между прочим, серьезные ребята. Сейчас я с разгона нафигарю там. Давай. Тут у меня с разгоном, зафиг. Ты вышел? Видишь, как хорошо я сделал. Минус. Ну что-то все. А, это от моего же. Ну ты блевать будешь внутренностями, нет? Начинаю же. Это обидно. Так, как тут залезть-то? Где? Да вон лестница же. Не вижу. Вон с той стороны. А, вижу. А я вот не понимаю, ну хорошо, мы убьем всех трупаков вокруг нее. Ну, может быть, ей смысл ей с нами сразу... поехать? Или ей нравится тут на деревяшках? Нет, нормально. Отдыхать, да? Она испытывает удовольствие. Берите все, что хотите. Спешить к детям? Они перепугались? Ну пойдем. Пойдем к детям, так, к детям. Удалось, погоди, я быстро. Она пойдет хочу. К детям, не? Или она продолжает сидеть дальше? А ей плевать на детей, она просто, это просто была отмазка. Алкоголик, а, коктейль Молотова, отлично, у меня теперь... Так, тут мы не проедем. Можем проехать вот здесь вот. Там сундук наверху, да. Может, откроешь? А какого он? Первого. Ну давай, открой, ну. Как бы сомневаешься, там что-то прям очень ценное. Ну так, на всякий пош. Просто признаешь, что ты лодку хочешь угнать у меня. А как? Да. Я не предусмотрел это. На, не, какая-то ерунда. Поехали. Какого хрена? Почему? У меня прав, потому что нет наваждения лодок? Да, нет. Категории G. Знаешь, куда ехать? Я думаю, да. Но я еду, нам сначала мы сейчас возьмем эти. О, господи, не надо так орать, я чуть не обос... испугался. Вот, нам сюда, мы сейчас тут открываем ящички. Ты помнишь, да, где они? Да. Ну я пока пойду с ребятами, пообщаюсь немного. Фигак тут, блин.
Да? Нет? Тут без рук один, сейчас с ноги один раз ему треснул. Да падай уже! А! Кто здесь? Блин, я не ожидал, что сзади такие. Ой, хорош! Так, добивать все-таки лучше с ноги, потому что тратится все-таки выносливость оружия. Готов? Иди сюда. Сейчас вот еще один. Не, у тебя есть аптечка, мне бы в колодце. В колодце? Это к Брюсу, я тут ни при чем. Так, спокойно. Сейчас, только ты и я. Давай, иди сюда. Хорош, Бонич! Просто лучше. Это был. Все, пойдем. Прекрасный. Молодец. Удар. Вставай, тряпка. Бонич. Да я. Че? Че? С кем ты разговариваешь? Че хотел? Я отдыхаю, я на курорте, вообще не приставай ко мне. Я одинокая тайская женщина. Тут ты! Microsoft Visual C++ Runtime Library. Error. Тю, тю ты, ну ты, лапти гнуты. Ну ты, все равно ты хост, поэтому ты там можешь выжить. 19.36. Не знаю, какой процент вероятности, правда, но... А, ой, ой, о, а! Какого? Какого перепоя? Ой, их до хрена, а у меня рейджа-то нет. Ладно, выходи обратно. С лестницы буфать. А нормально, я тут простою. Главное... Простой. Ты, главное, внутрь не заходи. Да я так и понял. Так, тут никого, хорошо. Нормально, нормально. А, в задницу не хочешь? Ну, в смысле, меч. Так, тут я подгуфал, ребят. Что дальше, что дальше? Во-первых, у меня еще один левел-ап. Все очень круто. Вы с меньшей вероятностью привлечете внимание врагов. Ну, как-то мне хочется привлекать их внимание. Или вообще люблю привлекать внимание. Расход выносливости, мощная размашистая атака на бегу. О, я ее не качнул? Лол. Как так-то? Действительно, что-то непонятно. А вот яда, яда это вот моя имя. Яда это женское имя. В каком-то я с тобой, Бонич. Бонич! А-а-а! Да за что? Какого? Я тебя предупреждал же. А кто меня, во-первых, и почему, когда я был в меню, это произошло? Потому что я зашел, и пауза исчезает, когда я захожу. Так, ноги ему, ну, по ногам бей. Я ему сейчас отрублю не только ноги, я ему все причиндалы подчекрыжу. Че ты там машешь руками, как я на первой тренировке по карате? Сколько у тебя их было тренировок всего? Две. Так, это просто нечестно, в конце концов. С тебя еще $500. Чего это вдруг? Потому что я никого не трогал. Идиотский у тебя кит. Я никого не трогал. А, да опять! Что за... Тут ты ворвался и меня выбросил из режима меню. И меня что? Правильно, убили. Да я зайду первым. Ой-ой-ой, заходи, пожалуйста. Я всегда рад. Фига себе, он мне комбо прописал. Как он через дверь прошел? Все? Как всегда вовремя. Ну давай, открывай сумочки, доставай пятачки. Надежное БО. Это тебе? По-моему, это тебе. Где надежное БО? БО это билдер? Давай, это $400 и это стоит, поэтому... Нет, надежное БО, оно не для меня. Ну смотри, я возьму $400, получу. Ну я взял уже, ты тоже можешь взять. А, ну я взял. У нас бо на двоих делится. Вниз. О, блин, тут здоровячек. Ой-ой-ой. Этого успокоили. Блин, меня собственным ядом еще кошмарят после убийства. Так, сейчас попробуем к здоровячку. Так, этого убили. По ногам ему. Как это сделал? Я не знаю, каким это макаром получается. У меня выносливость кончилась. Давай, ладно, я побрезаю ему там все подряд. Замочили? Да. Ничего не понятно, друзья, но мы были сильны. Я взял блок питания, кстати, если у тебя батарейка сядет на компе. Обращайся. Хребкий самодельный тесак. Где? 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 28 здесь. 30-го левела, конечно! А, у нас разные айтемки, короче, еще к тому же. 30-го левела?
Почему-то они издеваются надо мной. Хотя он недолго осталось-то. Я, пожалуй, придержу его. Кого-то там еще колбасишь. У меня плохо. Что у тебя плохо? Все, ты жив? Да-да-да, жив. А ну что там за самодельный тесак? Я предлагаю, сейчас можно уже идти по квесту. Либо конечно, продать. 600 у него на первом левеле. Конечно, я буду с ним драться. Это ж крутая тема. Потом надо будет продавать что-то уже. Опасный нож там какой-нибудь. Топаем. Все, выходим. Я, кстати, есть подозрение, что они потом резаются периодически. Серьезно? Ты только сейчас понял, когда мы в восьмой раз заходим в эту локацию и видим... Мы не открывали ни разу... Не-не-не, я про чемоданы. А. Да, я так читарил в первой части. Что? Да, мы так... Я так в Диабло делал. Во втором. Единственный минус отравляющего этого мода, что ты от собственного яда... Так, вот здесь у нас неподалеку есть верстак, иди вот на него, там, 50 метров вот это... Ой-ой-ой, там тусовка. Сейчас я их угощу коктейлем. Попробуйте аромат свежемолотого молотого. И ой, блин, лаги какие-то от тебя пошли. И я умер из-за них. И взорвался еще после этого. Но зато это было красиво. Ага. 2000 потеряно. По-моему, все долги твои уже аннулированы. Теперь ты мне должен. А, вот только сразу, да? Да? Сразу так вот все мои долги решил, да, снять? Ну, по-моему, все, что я тебе был должен, покрывает 2000 долларов. Все, что ты мне был должен, ты мне прощаешь, я тебя понял. Все, лаги закончились? Лаги у меня в игре были, потому что... То есть... Пьер, а, ты по-прежнему с нами. Позвонишь-то. Ты вот так, конечно... Так, я надо починиться мне, погоди. Чинись, гадю. И тебе, Пьер, не хворать. Лягушатник. А зачем мы сюда зашли? Починиться. Ты сказал, погоди, я погдал. Верстак, ты здесь? Просто. И тебе, Пьер. А, сейчас я ему протолкну, все не нужно. Смотри, я. Чем-то использую верстак. Так, отремонтироваться. Сейчас мы отремонтируем все. Так, колючка и молния, пофигу. Я сейчас и Пьеру продадим все, что мне не надо. Да ладно. Я первый это придумал. О, дьявольский шотландский кортик. Где ты это взял? Ну, у меня у него показывается. Дьявольский шотландский кортик. А, хочешь тебе... Ну, видимо, разные предметы показываются. Дьявольский? Да. Прямо дьявольский кортик. А, ну что есть у тебя, да, действительно. Да, дьявольский шотландский кортик, твою мать, 5100, 27 левела, 507 на первом, да, надо брать. Значит, надо брать, ребята. И продаем ему, ну, например... Я думаю, что я оттолкну ему, ну, например, 20 левела серп. Интересно, вы задохнетесь, если я сделаю так? Прогрыженный. Что ты делаешь, БСП? Что ты делаешь? Кто ты? Зачем ты... Я понижаю ФПС у тебя. Так, значит... А я скоро уже 27 левела буду, это будет круто. Я, пожалуй, толкну ему... Ну, не знаю, может, нож опасный. Да, пожалуй, толкну опасный нож, пожалуй, толкну. Нет, самодельный тесак, этот и этот мы оставим пока. Серп тоже. Самодельная мачете, мне кажется, будет следующим кандидатом на продажу, потому что оно исчерпало себя, несмотря на мод. Несмотря на мод. А что нужно для мода молния или нет, как он, членовредительство? Парализующий удар. Алеандр, есть Алеандр, друг? Есть. А дай мне, пожалуйста, штучки 3. Модификация колючка, погоди, я могу сделать. На куда? Дай Алеандру, а? Или парализующий удар. А, ну только на тесак. Ты хочешь парализующий удар себе сделать? Да, но я когда. Кстати, ну, а давай. Какой у меня левел? Не 27 ли? Да ежешь, у меня 27 левел! Давай. Давай, Алеандр 2. Алеандр. Все, я сейчас тогда грейжу. Хотя. Ой.
нечаянно дал тебе больше, чем надо. Нет, я, наверное, подожду, пока не буду грейдить это мачете, потому что я думаю, мы скоро с тобой найдем другие моды, какие-нибудь жесткие, да? Как ты считаешь? Я вот не знаю, что мне на когте какой-нибудь мод вообще можно цепить или нет? У меня единственный мод это парализующий удар, пока доступен. Ну ладно, значит... Вот, на когте можно, колючая проволока. Сразу дьявольский шотландский кортик мы модернизируем и будем ходить с ним. Прикольно, смотри, что у меня теперь на руке. Жесть, 729 с первого выпуска. Бонич. Сейчас. Видишь, какой бред вообще такой. А, и тесачок у нас тоже теперь. Вот мы, наверное... нет, тесак с 30-го, а серб 20-е, 20, 27-е, 30-е. Короче, надо продавать, я думаю, что серб... Ладно, пока походим с ним. Смотри. Вот этот кайф. Что у меня на руке? Как это кошмарно, по-моему, выглядит. Ты как будто открывал какую-то... Шпрот. Да, шпрот и застрял там рукой. Ладно, топ-топ. На короны намотал, ладно, пойдем тогда по квестам. Очень кайфовое оружие, но я думаю, что мод на него мы пока Тихая не будем. Тихая гавань ты поставил себе? Мод пока на него мы не будем делать. Хотя сделать, да, БСП? Наверное, замодерим. А эту продам. Создать колючка. Что за колючка? Ну, колючка то, что у меня вот сейчас ты видел. И на что у меня? На китайский меч? Да ладно. На шотландский кортик можно колючку зафигарить. Давай, делай. А ну, выглядит давай, это бредово, конечно. Но будет выглядеть действительно. То есть, по идее, ее режет... Что это такое? Должны полностью сойти на нет после этого. Включай, что я испачкал меч в чем-то. Ты знаешь, это ложка для обуви у Леди Гага. Так. А можно размодернизировать обратно? Мне не нравится этот мод. Что это за дерьмо? Верните мне мою... Ладно, пойдем по квесту. Делай себе эти Тихая гавань. Ёлы-палы, я испортил себе оружие. Но она, по идее, добавляет, то есть, блид эффект. Ну, кровотечение, в смысле. Я, короче, продаю, пожалуй, этот свой самодельный. Зачем? Дамаг-то не пропадает от этого, от того, что ты на мат... Не-не-не, я мачете 21 левела хотел продать. Или походить пока. Ладно, хрен с ним, потом. Пойдем. Ну, хочется попроверить, конечно, уже. Майкер подожди. Играет Dark Souls. Поздравляем. Мне... Дай проверить. Стиме, зачем-то, Ой, кровище летит, охренеть. Подожди. Мод хороший, на самом деле. Да. Кровище от них летит. Просто жестко. Слушай, у тебя графика на стриме круче, чем у меня в игре. Ладно, пойдем пока. Это просто the best of the best. Ребят, заценили? Так, ставим. Где мертвые зимуют или какое? Тихая гавань. Мы же хотим... А, да, друзей же ищем, точно. Жи, просто жесть. Да, все-таки очень важно, чтобы левел оружия соответствовал твоему левелу. Тут, ну, реально ничего. Я бегал с этим тесаком, не с тесаком, а с этим мачете. Который сидит? 21 левела, и вообще не мог убить этих зомбаков. 100-500 ударов надо было делать. Я слышу, что кто-то бежит, но... Ну да, вот, бегу. Кровища! Слушай, у меня просто он загораживал рукой. А, если... и наш любимый парень. Давай, я сзади обхожу. И я сзади обхожу. Мы оба сзади обходим. Ах ты, гад, попал. Изи, да? Вообще. Блин, ты знаешь, вообще, насколько мне известно, в тропиках водятся неприятные рыбки. В таких вот речках. Поэтому в туалет не ходи. Слышишь? Mm-hmm. Что?
Ты слышал, что я сказал? Это если пописать в речку, тогда туда. И вообще, у меня нет этого органа, с помощью которого рыбка пробирается в твое тело. Это тебе не надо писать в речку, а я могу. Даже что-нибудь посложнее сделать эту речку. Тебе побольше рыбка, ты заметил. Судя по цвету воды, тут уже кто-то это сделал, кстати. И не один раз. Ой, дожди наш парит. У меня кончился он практически. У меня кончились патроны. Ой, у меня... Ну, да, кровища летит знатно, конечно. Ничего не скажешь. Но все-таки я хотел бы не превращать свой острый меч в какую-то непонятный обмоток колючей проволоки. Он теряет все свои режущие качества. Опять ай, меня плюнули. Плюн. Офигел, толстяк-то. Ой. Черт, я устал, хочу любви. Ты можешь меня восстановить? Толстяка убил? Очевидно, нет. Не успел. А вот тут сундучок. Неплохой, кстати. Судя по всему. Ладно, берем все, что плохо лежит. Письмо для Мэгги нашли, кстати. Так я мы нашел. Походили, я уже его находил где-то. Мэгги, мы дошли до края заводи, кругом все кишит жмурами. Они напали на нас и чудом меня не покалечили. К счастью, я делался укусом в руки. Это такая мелочь вообще. Могло быть гораздо хуже. Могли укусить в ногу или куда-нибудь еще. Мы решили повернуть и направиться вглубь острова. Надеюсь, хоть кто-нибудь, где-нибудь найдет нам безопасность. Ты хочешь подойти сюда? Что я нашел? Что, обычный нож? Да, у меня летает летальный нож фиолетовый. Уровень 28. Где? Да, точно, почему-то у меня не обос... 25 левела, 390... У меня 28 левела. Да? Дашь 28 мне? Левела, дамаг 300. Дашь? Сила 277, я могу тебе дать, давай, ну. У меня 25, дамаг 400. У тебя больше дамаг даже, кстати, чем у меня, поэтому не буду тебе давать его. Ладно, я тогда точно продаю сейчас свой этот паралич. Что-то нас шторит по всей карте за этими записями. Ну да, еще 300 метров, и мы у цели. Погнали? Погнали. Погоди, в общем, там парня в руку укусили. Сдается мне. А он считает, что это нормально, самое меньшее, да, что могло с ним случиться. Блин, самое вот меньшее из зол. Ой, слушай, давай зайдем сюда. Тут наверняка что-то интересное есть. Тут консервы для Марджанджи. Да? Обычно. Всегда. Нет, тут топор, томагавк. Утомляющий. Хочешь себе? Выглядит прикольно, наверное. Ну докинем метать. А, ну наверное, давайте здорово. Попробуем. Давайте попробуем одеть его. Томагавка. По уровню подходит вообще, нет? Да. Это что, паралич? Самодельная мачете, это жесткий серп, это летальный. Кстати, нож летальный. И тесак у меня там уже скоро будет взят. 30 левела, 28. Так, ну допустим, вместо жесткого серпа. А, томагавк 35 левела, что я парюсь на продажу. Говорит, его можно мне? Блин. Я так и дико извиняюсь. Так. Так, а где мой нож этот? Так, самодельная мачете. Летальный нож его 25 левела. 397 дамага. У тебя сколько, ты говоришь? В смысле? А, сейчас скажу. Фиолетовый это который? Да. Повреждений секунд 300. В секунду? И повреждений секунду 300. В смысле в секунду? Ну, там у меня просто повреждение. ДПС называется у них. Повреждение в секунду. То есть повреждение да, слэш секунду. Да, ну странно, почему мне достался меньшего левела тесак. Ну может у тебя просто классовый бонус по этим сразу отображает. Может ты передашь его, вдруг у меня будет больше повреждений. Ну, давай попробуем. Сколько он отображает? Все же. Не можешь пока посмотреть. Нет, я еще не принял. Ну ладно, давай отдаю тебе, допустим, его. Проверь. Так, что?
28 436. Конечно, у меня он больше. Видимо, ну это вот мой бонус. Так, классовый бонус. Спасибо, спасибо. Два фиолетовых ножа. Вот это. Сейчас мы загрейдимся. Ох, мы будем разваливать, конечно. Кстати, мы его оденем. Вместо серпа. Да что ж я не могу попасть-то к тебе, козлина. А, нет, вместо вот этого утомляющего ножа нужно было одеть. Так, ты мне не хочешь помогать, я так предполагаю, да? Иду. Вот я их током бью периодически, я не могу понять, почему. Я тоже. Может быть, мы с тобой просто настолько электризуем атмосферу на стриме. Кто там? Кто там и что там? Так, тут вроде все. Ладно, пойдем дальше. А вот, вот утомляющий нож нафиг, на самом деле, серп сюда. Есть подозрение, что сзади тебя где-то взрывоопасный. Я хочу попроверить свой нож. На трупе уже? Да, хочется, ну хоть на ком-нибудь. Так, мы здесь что-то ищем или что, или мы просто валим дальше? Нет, мы по квесту идем дальше. По своим делам, вот консерв набрали. Нормально. Maybe there's something inside. Фруктиков. А ты внутрь заходил? Вполне вероятно, что да. Ремень. Все, погнали. Столько всего. Так, я вообще тут. Ну все такое вкусное, прям не хочется уходить. Блин, тут не залезешь же даже, наверное. Да. Ну, можно побраться наверх и по мостику пройти, если кстати. Дайте же мне уже нож испытать. Учитывая количество моего бабла. Давай, залазь наверх. А зачем? Нам же вообще не сюда. Нам, почему? Нам быстрее тут пройти как раз по мостику будет. Если я не ошибаюсь. Хотя бы... А, ну не совсем быстро. Надеюсь, тут лодка где-нибудь будет просто в конце. Надо ожидать. Ну ладно, верю тебе. Хотя зря. И что? Куда ты ведешь меня, партизан? Что-то там горит. Кого-то там уже... зачем ты поджег мост? Я сигналы тебе оставляю. Что а как я теперь по нему пройду, если он горит? Да пробегает, а не дамажит. Ничего страшного, да? Хорошо. This is good luck. О, good luck, мне сказали. Дикая бо, опять мое. Мое дикое бо. Где ты? Где ты спрятался? Мальчиш. Слушай, что-то меня тут прям огрели неплохо, да? А ты что ты сказал, что если в воду прыгаешь, хп не отнимаются? Ну, у меня просто прошлый раз не отнялось, поэтому я так сказал. Ну, короче, отнимаются. Дай это если с 17 этажа прыгнуть. Ну, дай же я попробую. Ну, так себе, если честно. Но я же его не грейдил. Ох, она вообще так режет жестко, таким комбо. Давай, мы почти у цели. Верстачок бы. Кстати, верстак справа, да? Нет? Или у него, далеко? Да, 55 метров показывает. Давай или? Зайдем, а? Мне как раз нужно кое-что отмодерить. А, ну мы тут были, да. Очень неплохо, можно кинуть баллон. Ребят, представляете здесь жить вообще? Это же невозможно. Молодец. Там были зомби? Да. Они спящие были просто. Так, стоп, не считается. Сейчас фонарик, я просто тебя не видел. Говорить с сундуком можно. Так я тебе про что говорил уже, который стрим. Говори с сундуком, сигнальный ракет. Второй, честно говоря. Большой аптечки, а отлично, и патроны. Мне бы пекаль взять. Слушай, я куплю... А есть у кого-нибудь пекаль, продается? Зачем он тебе? У тебя нет уже бонуса по огнестрельным. Да пофигу, но должно быть какое-то. Например, баллоны взрывать. Но у нас так, значит, модернизируем. Нож 28 левела. Во-первых, чиним все ножи.
Во-вторых... О, здесь эффектный револьвер, кстати, нашел. Тебе нужен револьвер? Да, да, дай мне, пожалуйста. Мне пофиг, любая фигня, чтобы взрывать просто. Модернизируем нож 28-го левела. Давайте передам как-нибудь, что ли. И у него атака 627 теперь. 25. Так, мачете это нафиг мне надо продавать. Как и многое другое. Давай. А, и мод. 5 сек, секунду. Колючка, парализующий удар. Вот парализующий создадим на нож 28-го левела. Все, я теперь буду всех парализовать этим ножом. Отлично. Вонючий нож. Видал какой? А у тебя нет такого. Я могу тебе взамен, даже не знаю, хочется тебе что-нибудь дать, но у меня нечего тебе. Дикая бо могу тебе отгрузить. Не, давай уже, все. Я... Тогда я продам этот... Дефективный револьвер тебе дал. Продам этот долбанный гвоздодер, который... Который мне... Ты два... Какой гвоздодер это? Ты мне даже два их дал, представляешь? Да? Угу. Как так мне вышло? Все, вот... Масс патронов, теперь можно ящички побросать. Вот этот гвоздорез этот мне уже надоел. Есть ты там прям шнуры? Как настоящий женщина-детектив с револьвером, все как надо. Да, и кстати, смотри, сразу она револьвер выхватывает. Что-нибудь. Так я тебе говорил, она сразу это, на оранжевое оружие переключается автоматически. Ладно, пойдем. Пойдем. Так, мне нужно сейчас совершить будет массу звонков, но мы как пройдем испытания. 5 минут перекур. Что у меня? Мы... Кто-то домогается постоянно. Привет, ты 13 июля свободен? Что значит свободен? Скажи, нет, мы стримим Borderlands 2. А, ну хорошо, мы тогда не... Тогда ладно, это... Мы хотели заплатить тебе 25 тысяч рублей, но... Но стрим-то, ладно, это намного важнее. Ой, меня убьют сейчас. Убей с револьвера, у тебя же есть револьвер. А где тут ящик? Да какой ящик? Ты взрывоопасный вон там. А, да, подожди, сейчас все будет. Да я его буду убивать полгода. Что он не убивашка? Зачем ты это сделал? Подсветить. О, хорош, попал. Как мне повезло, сам я себя выжил. Не похвалишь. Естественно, никто не похвалит. Можешь вертолет прилетит теперь на сигнальную ракету. Ох! Вита! Или это ты? Не знаю, я не бил ее. Отлетает от моего удара с разбега. От моего удара с разбега она тоже улетает прилично. Ну и идем что, где вверх. Кто? 49 вот. Метров. А, нет, прямо. В ту сторону я иду. Тут сигнальных ракет ребята накидали. И вот она область. Вот она область, где нужно их найти. Беги за мной. Они накидали сигнальные. Чужой. Где? Ну или хищник. Как тебе будет удобно. Фонарь можешь включим? Довольно тусклый. Давай к нему пока не идти. Ой. Я думаю, сам пришел к нам. Забрили? Нормально все. Бери это, кастет. 28-го левела, зелененький. Нашел что? Нет. Я тут просто не буду туда прыгать. Ну вот здесь остатки есть их, ребят. Ой. Остатки, ребят? Кирка тут есть. Прикольно. Какого? Письмо для Мэгги вот оно. Пишет Мэгги. Пишу тебе, дорогая Мэгги, из горящего танка. Дела у нас херово. Мы встретили местного жителя, который показал нам дорогу на Хендерсон. Сегодня переночуем в пещере. Уж слишком здесь опасно ходить по ночам. Завтра постараемся добраться до города. Вечно ваш поручик Сухов. Все? Да. Видимо, она сейчас отправит еще какую-нибудь именно туда. А, нет, смотри, все. То есть мы этот квест, видимо, выполнили. А, нет, тихая гавань. Сейчас включи. Не, нам дальше надо валить. Или нет, у меня флага уже не появляется. Флажка у меня нет. Я тоже не вижу почему-то. А что надо сделать? А, отправляйтесь в Хендерсон. Вот в чем тут проблема. А Хендерсон это... Черт знает где. Так, кстати, мы тут возле Хьюстона, который более утоляющие просят. А Хьюстон это команда? Или что? Какое задание? Хьюстон это командное или нет? Ну, ты можешь посмотреть спокойно, там написано должно. Все, что под словом команда написано, да, это командное задание.
Хендерсон. Я не знаю, где Хендерсон. А, F, ясно, забей. На Хьюстона забей. То есть я не вижу тут... У нас направляйтесь в мертвую зону у меня есть. Но это, по-моему, другой квест. Нет, ну, Тихая гавань, отправиться в Хендерсон. Вот именно, а где он? Ты на карте его найти не можешь? Да. Хендерсон, Хендерсон. То есть, может, туда, куда белый флаг? Нет, там Хьюстон. Там написано, там направляется в мертвую зону. Там Хьюстон с белым флагом. Нет. Там не может быть Хьюстон, потому что мы там не были еще. Перенесите Хьюстону более утоляющую, у меня написано. Что? Ты какой квест поставил? Тихая гавань. А что за принесите Хьюстон? А в Хендерсон мы не можем пока никак отправиться, потому что... Слушай, пойдем, может, обратно к Мэгги туда, где этот чувак? Ну ладно, давай, короче, мертвую зону, где мертвые зимуют, поставим. И пойдем уже в мертвую зону эту чертову. Давай, погнали. А, это для боеприпасов набрать для этого паренька, да? Не для знаю, что набрать, но как бы я... О, смотри, какой ништяк нашел. Для проповедника припасов набрать. Дикая нож, 27-я. Ну, берем. Что вам на продажу. Конечно. Ой, тут ребята... Встал, что ли? О! Ну что, ты видишь, что ли, все? Этого мы так зарежем, как барашка. Пока вставал. Самодельный мачете зеленое. Видишь, как дамаг сразу... Ой, у меня ножом огрел. Слушай, у меня, по-моему, апперкот, как у Рейдена из Mortal Kombat. Бьет еще и молнии по какому-то принципу непонятному мне. Так, ты можешь есть провода и я сбегаю тебе батареи, за машиной, конечно, а потом приеду за тобой. Ох, другого огрел. Сейчас пробуем еще раз. Вот она. Выдает, конечно. Лежите, не вставайте, пациентка. У вас терминальная стадия. Даже не знаю чего. Башку вам отрублю просто. Так, садись. Прям в чердак. Ну? И мы счастливы. Куда мы едем? Ну, в мертвую зону. Да действительно мертвая. Надеюсь, действительно можно зона. Доехать. И не поспоришь ведь. Сбивай, пацанов! Я туда еду вообще, по-моему, нет. Не знаю. По-моему, я проехал это место. Есть подозрение у меня. Что я могу сказать? Да, проехал. Вот сейчас назад надо сдать. Там, когда поворот налево будет. Да, и там, да. Еще назад. И налево, сейчас. Но мы туда не проедем, поэтому сразу выходим. Чёртовы полено. И не жужжим, и не жужжим. Ты чё, офигели, что ли, все? Мою машину лапать. Да ёлка. Почему тебя раскидали? А, это не ты был. Я зомбаря за тебя принял. Думаю, почему ты летишь в другую сторону? А куда она бежит? Они не могут пройти просто. На басы. Бежит, смотри, бежит, смотри. Ну давай. Давай, что ты думаешь? О чем ты думаешь, дорогая? Давай, Sensation White. Ты Sensation, что ты вся в белом? Давай. На помощь звал. Жестко. Мы с ней схлестнулись, как в турнире рыцарском. Смотри, 18 век, рыцарский турнир. Беги. Я бегу, и ты бежишь. Ну, испортил весь рыцарский турнир. Я хотел, как Ричард Гир. Не надо хотеть, как Ричард Гир. Надо делать, как Ричард Гир. Вот, примерно я и... Ай, я станцую лезгинку у тебя на голове. Ой, не моя, не моя, не моя, не моя, не моя. Ты под ночь как-то разбушевался. Мне просто... Вот смотри, какой комплекс халай. Комплекс неполноценности Ладдер сегодняшний развил, и я пытаюсь как-то самоутвердиться. Давай кто дальше пнёт. Поиграем в такую игру. Эх, промазал. Лежите, лежите. Вам прописана трепанация черепа. Там кто-то нас ждет. Вообще у тебя, по-моему, у тебя должен быть бонус на удар со спины, ты его им пользуешься? Ну, я не знаю, я, видимо, потому что я этого товарища забриваю за 5 сек. Нет, ну тогда ты можешь ваншотать, по идее. У тебя вкачан удар со спины крит. Сейчас посмотрю.
Это нет. В боевке. Нет, вообще. Не вкачан? Вкачнем. Ну, вкачи. Вкачи. Вкачу. Вкачу я кому-нибудь. Накачу. Господи, такой скучный. У тебя такая скучная боевка. По-моему, весело. Бам-бам, с ноги, бам-бам. Вот у меня легкий комбо проходит. Так, а там уже мы уже в мертвой зоне или еще не дошли? Да, по-моему. Ну, фактически мы в ней уже, но. Просто издеваемся. Я помню, что на полном. Это тебе не сериал Walking Dead, где там. Ну да, где они там бежали. На прошлом стриме по Dead Island мы. На прошлом стриме, а в прошлой части, мы примерно так же в определенное время начали издеваться, когда докачались. Ну, большую часть времени. Зачем я тебя подлечил? Так, с тебя еще 300 баксов. Какие расценки стоят? Я мискликнул аптечка. Я так, виноват, это у нас здоровячок, да? Одного отрубил. Просто я не понимаю. Кстати, заметили, почему ты кликаешь в гениталии, а не в голову или в руки? Ну это детский комплекс. Такое ощущение, что когда они лежат, и я их с апперкота бью их током. Давай вот проверим, опрокинь сейчас кого-нибудь. Допустим, опрокинул я его. Чтобы... Да, лежачих я бью током, короче, не знаю почему. Лежачих то может, мог какой-то скилл? У меня вроде такого нет. Может, ты скиллованный парень? Мне нравится, мы просто... Эль-террористы какие-то. А, нет, я упал. Коло-террориста. Ой, не бьет. Я надеюсь, чатик заценил. У меня, кстати, оружие уже немножечко того. Надо починить будет. Я тоже. Пойдем в мертвую зону, ты значит, моя. Это рестлинг. Прикольно, если бы я еще его задел ножом, он в полете наплевал. Смотри. Жалко, нельзя, знаешь, хватать их и падать, как в WWE было. И Фоменко такой, ой-ой, Бонни, ты меня поджег, какого хрена? Это тебе за аптечку. Я вернул статус-кво, как было. Ух ты, здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попал. БСП. Так, ну ясно. БСП что-то с интернетом. Сейчас надо там нажать на паузу. А то у нас сейчас тут того. Пытаемся дозвониться. Товарищи! Ну, в общем, мы пытаемся восстановить связь. БСП пропал. Дропов нет, поэтому у меня с интернетом все вроде нормуль. А чего БСП не выдержал, друг мой? Забанить тебя, что ли? Ну что, БСПшечка,
Бонич, вот тебе перерыв. Сам же просил. Да, он такой получился. Естественный перерыв. Но я еще раз позвоню ему. Нет, не могу. Причем, ну, по всей... Ему даже сообщение не отправляется в скайпе. Хотя он в скайпе. Ему надо выйти оттуда для начала. И перезайти в скайп. А потом уже будем общаться. Классная часть по геймплею, не поймешь нифига какая часть. В смысле, вторая. А как ты... Ладно, оставлю без внимания. Magic продолжает доказывать, что в ЦСКА попадают за деньги. Смешной парень. Ну что, друзья, я даже не знаю, как реагировать на это. БСП есть в скайпе, он онлайн, но почему-то дозвониться ему нельзя. Пробуем еще раз. Да у него вроде не такая глубокая ночь. Мы в прошлый раз в 10 закончили. Сейчас идет вызов, но сообщение к нему не доходит. Я попробую дозвониться. Итак, друзья, на ваших изумленных глазах мы пытаемся дозвониться старине БСП. Да, возможно, заснул я внезапно. Может быть, он принял немного снотворного перед стримом. Что у тебя? Неожиданно стрим закончится, да? Я понял. 5-10, 15-5, 5-10, 10-5, 15-5. Помнишь, как в 100-500 бабка объясняла, во сколько случилось происшествие? Минут 5-10, 15-5, 5-10, 15. А ты попробуй перегрузи вообще комп. Может быть, что-то... Я тебя понял. Ладно, окей. В общем, сейчас с чатиком пообщаемся пока. Ждем. Друзья, ну, в общем, у БСП, как мы и подозревали, навернулся интернет. Навернулся с лестницы. И сейчас мы ждем минут 5. Если у него проблема не решается, то, наверное, такое вот неожиданное, внезапная концовка стрима у нас произойдет. Сегодня и так насыщенный был день. Мы стримим с 3 часов дня. Нон-стопом то в Варкрафте терпим, то в Старкрафте. Ладдер, да может и ладдер, все равно делать сейчас нечего. Может быть даже и ладдер, ребят, если что. Ну вот сейчас ждем каких-то от БСП сигналов. Ну, будем надеяться, что он таки будет с нами. Что он таки будет с нами. До последнего. Будем на это надеяться. Тут Джей Донг стримит, ну ничего себе. Клево. Ну да, я пока еще подожду, но если что, уже готов. После маленькой паузы ворваться в батлу. Но будем ждать. Я даже не знаю, какие вам прохладные истории порассказывать. Давайте пока побегаем немножечко. А, поставим в скайпе режим в сети. И побегаем немножечко по локации. Вот так. Подождем. У нас вообще задание, где мертвые зимуют. Надо направляться в мертвую зону. Мы до нее немножко не добрались. Но пока БСП пытается восстановить соединение с интернетом, я немножко покачаюсь с вашего удовольствия, хотел сказать, с вашего разрешения. Заползаем наверх и начинаем массовый тотальный экстерминатус. Значит, тут никого нет. Что, без БСП-то страшновато.
Как-то стрёмно. 119 метров до мертвой зоны, но мы туда не пойдем по понятной причине. Прыгай, друг. Ох, башку отрубил. Нормально. Где, кто? Нас здесь могут и забрить, ребят. О, пожалуйста, на двоих нам тут расписали, пацаны. Люлей. Две аптеки есть еще, нормально. Пока потусим, у нас есть рейдж. Сколько вас там? Встаем. Да, все встаем. Сейчас мы под рейджем ворвемся. Поехали. Но все равно делать нечего, потратим немножечко ярость. Я там еще кто-то кого-то жрал. Хороший крит прошел. А, он без головы уже. Ну ты падай давай, это так нечестно. Без головы продолжаешь драться. Большая батарея. Прогресс в испытаниях у нас какой-то идет. Нескончаемый. Ну и мы продолжаем в отсутствии БСП бегать. Развлекаться убийством зомби. Нарочно не идем в мертвую зону, потому что, ну, это, естественно, кооперативный квест. Выполнять его не будем. О, а вот верстачок, это прикольно. Вообще магазин хочется найти. Замодернизировать все. Вот тут. Это мы продадим. Паралич, самодельная мачете. Серп мы тоже толкнем. Потому что... А, у нас тесак почти. Почти мы доросли до тесака. Скоро будем знатненько нагибать. С этим тесаком. Ой, нагибать, надо избавиться от этого слова. Ренессанс все-таки возымел на меня какое-то влияние. И я тоже теперь нагибаю. Ладно. Ждем весточки от БСП. Встаем, пацаны. Промазал. Отошли. Главное не попадать в окружение. Вот спокойненько встали, приготовились. Так, здесь тоже народ есть. Да. Ну вот это бедная часть. Бедная часть такой вот красивой экзотической жизни островов. То есть туристическая зона, конечно, выглядит крайне кошерно. А вот... Ой-ой-ой, ребят, вы чё? А вот так вот живут местные жители. Какого черта? Ой, я упал. Этому башку пилили. Вовремя. О, хорошо, с прыжочка. Еще раз. Нормально, прокатило. Я не знаю, что этот парень у нас стоит, отдыхает. Мы сейчас разгонимся и сделаем поединок рыцарей средневековья. Давай уже, вставай на ноги, тряпка. Встал? Готов? Ой, ну не того. Не того гуфнули. Но поединки рыцарей средневековья продолжаются. Эй, друг. Сейчас мы еще немножко побегаем здесь. Потупим. И попробуем дозвониться до БСП еще раз. Электронный хлам. Ну что ты там, готов, товарищ? Давай, one on one. Поехали. Ой, отличный удар. А, это здоровячок, твою мать. Так, спокойно. Нормально, он тоже втаскивает, а? Довольно больно. Но зато он один, без крыши. Ой, промахнулся. Да что ж такое? Обменялись ударами. По-моему, его удар помощнее моего будет. Может, мне его с баллоном каким-нибудь замочить? Есть тут какие-нибудь горючее какое-нибудь есть? Вот, а? Газовые баллоны. Ладно, мы подлечились. Чем Бог дал. И мы продолжаем. Че, дружище, ты думал, что я с тобой закончил? А я с тобой еще не закончил. О-хо-хо! Еще и током его рубанули. Отлично, без руки? Нет, с рукой. Он попал по нам, что ли? Да что такое, а? Какой-то великий попадун.
Еще раз же, и он нас того. Последний удар остался. Есть контакт. Победа. Это было сложно, но мы справились. Два тазика эмалированных порадовали нас своим видом. Кто там? Так, у меня не осталось совсем аптечек, поэтому я бы здесь был поосторожнее, наверное. Верстак у нас тут. Ой! Вот это плохо. Надо быстренько подняться на лестницу. Психологически стрёмно быть в воде в таком месте. Мало ли какую заразу можно подцепить. Тут такие горгонеллы нам прилетят, что живые позаидут мертвым. Так, здесь многовато народа. Я вот, я получил новый левел и умер. Нормально. Да, без аптечек-то стяжка совсем. И штуку баксов сняли. Штуку баксов. Ладно, на этой прекрасной ноте, я думаю, что... Пробуем еще раз позвонить БСП. Но чувствую, что... Да, мне тоже кажется, что слишком многовато жмуров на этих островах. Здесь-то живет три бабки каких-нибудь жалких. Нет, все, товарищи, ну что, тогда мы экстренно заканчиваем стрим. БСП, что-то у него с интернетом, и он буквально 7 минут назад отвалился от стрима и продолжает находиться в этом же состоянии. В общем, скорее всего, его роутер приказал нам долго жить. Ладно, товарищи, может быть, сейчас поиграем в варик, посмотрим, как будет оно. А на этом сегодня мы с Dead Island вынуждены распроститься. Всем хорошего вечера. Вот там Майкер играет в Dark Souls. Я не думаю, что я сегодня и так в варике подзатерпел. Ну ладно, посмотрим, как сейчас будет настроение. Может быть, покатаем. А вам, господа и дамы, всем отличных майских праздников. До встречи.